הכנה לשיעור מתוך כתבי רבש כרך ב' מהו האיסור לברך על שולחן ריק בעבודה. צריכים לדעת את עניין ההופכיות שיש לנו בסדר העבודה. כי מצד אחד אנו רואים שהאדם צריך לסדר שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. ובוודאי בזמן שהוא מסדר שפכים הוא אומר שהבורא הוא טוב ומטיב לרעים ולטובים. И творит добро для плохих и хороших, и что он милосерден и милостив. И тогда нельзя сказать, что человек обладает недостатком. То есть, что недостает ему чего-то, как в духовном, так и в материальном. Иначе он просто так говорит. Устами, а сердце не слышит. То есть сердце, он думает иначе, чем произносит устами. И поэтому невозможно воспевать и благодарить Творца и говорить о его достоинствах, иначе, как только когда человек говорит о себе, что у него есть все блага, нет никаких недостатков. Если так, как человек может сказать такое в то время, когда он обнаруживает себя лишенным всего? Об этом сказал мой отец и учитель, что человек должен себе представить, что он уже достиг полной веры в Творца, и у него есть уже ощущение во всех органах, что Творец управляет всем миром
как добрый, творящий добро. И несмотря на то, что когда он смотрит на себя и на весь мир, он видит, что он и весь мир испытывает недостатки. Согласно уровню каждого, об этом он должен сказать. Глаза у них, но не видят. То есть выше разума. И таким же образом он может сказать, что он человек совершенный, и нет у него недостатка ни в чем, и тогда он может восславлять Творца выше разума. Мы говорим о постоянной действительности, о том, что Творец добрый и творящий добро постоянно. Я Творец, не меняюсь. Высший Свет находится в абсолютном покое. Все зависит только от келим. Поэтому не то, чтобы мы должны были ждать, чтобы что-то изменилось. В глазах масс это так. Но в глазах тех, кто должен своими силами прийти к раскрытию постоянного отношения доброго и творящего добро, добрым и злым. У этих людей есть возможность раскрыть его не с помощью общего развития, которое связано с понятием времени, а то, что сказано, что Израиль выше времен и знаков зодиака. Он сейчас призван раскрыть тот самый конец исправления, то постоянное состояние, которое существует. Каким образом? Над всеми помехами, которые раскрываются как понятие времени, как различные решимот, он всех их должен перевести, осветить, то есть поднять их в состояние, когда он может представить себе, что такое совершенное состояние. Поднять каждое состояние, вместо того, что ему раскрывается как неисправное, использовать это как возможность, создать из него совершенное состояние, когда нет никого, кроме него, добрый, творящий добро, все как единое целое, все в объединении, поручительстве, единстве. Если человек представляет себе это состояние и живет в соответствии с ним, это означает, что он идет верой выше знания. И в этом его функция в духовной работе. Для этого дано ему учеба, группа, книги, чтобы он так установил себе правильное зрение, правильное видение истинного мира, а не эту ложь, которая проявляется ему намеренно для того, чтобы он сделал усилие и из этой лжи построил истину. И так, если мы принимаем на себя эту миссию и в каждом состоянии выстраиваем совершенную действительность, это означает, что мы идем прямо в прямой линии к цели, которая называется слиянием, где в каждом состоянии, с помощью которого мы продвигаемся еще одной точки, еще одной точки, еще одной точки, сливаемся в этой точке с Творцом, то все эти точки соединяются друг с другом и выстраивают прямую линию к концу исправления нашего. Что еще? Было еще что-то? Не нужно ждать, чтобы прошло время, чтобы произошли какие-то изменения. В каждый момент есть возможность перейти к совершенной картине. И так продвигаться.
Мы с вами читаем труды Бааль Сулама, страница 570, статья Шамати, понятие ограничения. Можно скачать материалы книги и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Шамати, 53 статья, понятие ограничения. Ограничение заключается в ограничении своего состояния и не желать лишнего. А именно в состоянии, в котором он находится, он хочет оставаться постоянно, и это называется постоянным слиянием. И неважно, как велико достигнутое им состояние, и даже если он находится в самом низком состоянии, но если это светит вечно, считается, что он удостоился вечного, постоянного слияния, тогда как стремление к большему состоянию называется стремлением к излишеству. И об этом сказано, и всякая печаль будет излишней. То есть печаль, которая приходит к человеку, приходит вследствие того, что он стремится к излишеству. И поэтому ему сказано, что когда Израиль пришли получать Тору и собрал их Моше у подножия горы, как сказано, и встали они у подножия горы, то есть Моше привел их к самым глубоким мыслям и пониманию и разуму, что нет более низкой ступени. И только тогда, когда они согласились с этим состоянием, чтобы идти и продвигаться в нем без всяких колебаний и сомнений, оставаться в этом состоянии, словно находятся в самом большом состоянии, и раскрыть радость в этом, как сказано, работайте в радости на Творца. Потому что в большом состоянии от человека не требуется работать над тем, чтобы быть в радости, потому что в это время радость приходит сама собой. Но только в состоянии малом катнут нужно работать над тем, чтобы была радость, несмотря на ощущение незначительности своего состояния. И это является большой работой. И это называется основа создания ступени, которая называется малой ступенью. И это состояние должно оставаться постоянным, а большое состояние гадлут — это только дополнение, и необходимо стремиться к основному, а не к дополнительному. Но мы учим это во многих местах. И в учении 10 сферот, где он объясняет нам духовную работу на другом языке. Мы учим то же самое. Что главное — это катнут. Хафец хесед. Удовлетвориться малым. Удовлетвориться — это не значит чувствовать себя в сокращении, в ощущении нехватки чего-то, а наоборот. Почему это настолько важно? Это важно, потому что катнут должен быть очень почитаемым. И тут вопрос, почему катнут? Пусть будет точка. Я вообще не хочу, чтобы у меня был какой бы то ни был объем. Пусть у меня никакого объема не будет. Так, я самый маленький. Для того, чтобы существовать и делать все ради всех, ради Творца, я готов быть просто точкой. Так, чтобы у меня для самого себя ничего вообще не было. И действительно, это верная вещь. И с нее мы начинаем восприятие нашей духовной действительности. Но когда мы начинаем думать о том, как доставить наслаждение Творцу, только с помощью того, что мы принимаем от Него все желания, все развлечения, меняем намерение с ради получения на ради отдачи,
И тогда становимся убаром, духовным зародышем. И весь объем убара для того, чтобы стремиться к нему, сливаться с ним, для того, чтобы доставить ему наслаждение, Творцу. Без этого мы не растем в утробе матери, как говорится, как сказано, плод в утробе матери. Каждый момент, каждую минуту, каждое движение, каждую добавку к телу плода убара, это все только для того, чтобы доставить ему наслаждение. Каждый грамм убара, который он добавляет к самому себе, необходимо чувствовать, насколько он доставляет ему этим удовольствие. И потом, во время вскармливания яника, и само рождение, родовые схватки, тот переворот, который он производит, на каждом шагу он просто проверяет и видит, направлено ли это на доставление наслаждения тому, кто его порождает. А затем передает ему дальше свое развитие во время скармливания. Когда просто как младенец, который находится на руках матери, он также находится на руках Творца. Тут уже есть понятие ограничения частичного тех или иных, но в каждом своем действии, когда он даже ограничивает себя при своем росте, это действие все равно производится только для того, чтобы доставить Творцу наслаждение. И так он растет. Поэтому та самая точка, с которой он начал расти, когда он не хотел больше, чем точка, она действительно остается центральной точкой, которая называется. Он настаивает, что он не хочет ничего, кроме ее существования. А все остальное он добавляет вынужденно для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. Только ради этого. В ограничении, в радости. Это единственное, что приводит, что заставляет его действовать. И оттуда приходит к нему радость. Не за счет самого себя, а вследствие доставления наслаждения Творцу. И оттуда приходит слияние между двух любящих, которые так чувствуют, ощущают друг друга. Ну, спрашивайте. Чтобы я шел в вашем направлении. Йосеф из Иерусалима спрашивает, что Моше подготовился к самой низкой ступени, ниже которой нет. Роль Моше этого свойства в человеке — это построить в нас понимание, что такое на самом деле отдача. Моше обязан познакомить народ Израиля с Творцом. Моше — это свойство в нас, внутри наших решимот. Где наши решимот — это вся Малхут мира бесконечности. Битух,
внутри связи между всеми разбитыми частями находится такое свойство, такое качество, которое называется Моше. Такая ступень связи. Цель которой? Познакомить человека с тем, что такое совершенное, полное свойство отдачи. И после того, как человек приобретает это свойство, он уже может сочетать с этим свойством свои келим. Работать уже в получении ради отдачи. Это означает, что Творец, что Моше ведет его до самого конца. Проводит их через все келим, которые называются пустыней. Очищает их келим от намерения получения ради самого себя, то, что называется Египтом, очищает их в пустыне и приводит к состоянию отдачи ради отдачи на всех келим. И тогда они готовы уже к настоящим трем линиям. Это называется завоевание земли Израиля. Антон, Антон с Украины спрашивает, что такое истинная радость? В чем она истина? Истинная радость – это означает, что человек чувствует внутри своего слияния с Творцом, насколько Творец наслаждается. Что в келим, в наших келим, мы приходим к состоянию, когда начинаем чувствовать хозяина, так проще говорить, начинаем чувствовать хозяина, и как мы наполняем его нашим отраженным светом. Оттуда приходит радость. Да, дедушка. Состояние, о котором говорится в статье, сказано, что человек должен радоваться своей участи, состоянию, в котором он находится, и не стремиться к большему. Я спрашиваю, как это можно связать с тем, что зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира. Зависть, страсть и почести выводят человека из мира, имеется в виду из нашего мира, из намерения ради получения. Наш мир представляется нам, вырисовывается в нам в намерении ради получения. Мир – это то, что я чувствую, то, что я подписываю. То, что отпечатывается в моем зрении, в моем видении, вследствие моего намерения. Это называется понятием «мир». Мой материал, в котором намерение отпечатывает какую-то форму. Это вид, который мы чувствуем. Когда я нахожусь в намерении ради отдачи, Ради получения, то зависть, страсть, желание почестей, власти, всякие такие желания с намерением ради получения строят мне картину мира. И я с их помощью этих образов могу их преодолеть и подняться над ними. Они являются помощью мне в противоположность. Я чувствую, что вот здесь вот я завидую, там меня мучает страсть, а здесь я хочу властвовать, хочу навредить кому-то.
Когда я вижу мое отношение такое ужасное к миру, зависть, страсть и желание почести, что только это меня будет заставляет каждый раз обращаться к миру через эти страсти, я вижу мир. Я воспринимаю это как помощь в противоположность и поднимаюсь над ним. Для того, чтобы выставить иное намерение. То есть мне необходимо сейчас изменить мое намерение на ради отдачи. Как я бы видел все это, если бы видел... Как людей, как детей самых ближних мне, самых дорогих мне. Как бы я это все видел? Те самые образы. Мне необходимо прикладывать усилия, чтобы так начать так видеть. Это внутренняя работа, никто ее не видит снаружи, но человек обязан это проделать. Это называется идти в веру выше знания. Знание – это зависть, желание почести, страсти. А вера – это желание увидеть иную картину. Как сказано, я увидел обратный мир. И он все время пытается быть в этом. В ощущении естественного эгоистического состояния и состояния искусственного, которое он выстраивает своим усилием. И так он играет. Когда он это делает, он делает это реальным образом, то есть это не фантазии. Он все время так выстраивает себя. А по отношению... Потому что находится снаружи, он ведет себя нормальным образом, как обычный человек. Поэтому сказано, что зависть, страсть и желание почести помогают ему, выводят его. Он каждый раз с помощью обрабатывает разбитый решимот. Разбитый решимот – это те самые зависть, желание почести и страсти, которые ему показывают окружение в испорченном виде, обрабатывает эти решимот до тех пор, пока не заканчивает все, заканчивает свою меру. И тогда получает улучшение. И когда это происходит, он приходит к хорошей форме. Зависть, желание, страсть, желание почести начинают пробуждаться в нем иным образом. Он нуждается в них дальше для того, чтобы с их помощью продолжать продвигаться даже в состоянии в котором он находится в Хафец Хесед. То есть нет вкуса, ничего нет, что делать. Он как бы отменил свое желание получать. И что делать? Ему снова нужны зависть, страсть и желание почести, но в иной форме. И тогда они пробуждаются в нем. Об этом уже сказано, что преобразуются ошибки и нарушения. Преобразуются в заслуги. Еще мы говорили в этой статье о понятии ограничения. Сегодня весь мир в общей форме приходит к ограничению. Как со стороны общего кризиса, который вынужденным образом отменит всю промышленность и всякие такие глупости, которые не нужны человеку сверх получения им необходимого. Когда все эти бизнесы просто разорятся. А снизу, то есть изнутри, тем, что в людях будут меняться желания, они будут становиться все более качественными, требующими наполнения не в материальных предметах, которые один может продать другому, а духовными свойствами.
когда каждый может своему товарищу дать поддержку для того, чтобы достичь наполнения внутреннего. Чтобы литарген бе решет, чтобы без того, чтобы сорганизоваться правильную связь, не могли себя наполнить. Тогда мы увидим это понятие ограничения, что так это приходит в мир. И просто облачается в мир, как сверху, так и снизу. И так они придут к осознанию состояния. יותר להתפתח, דווקא ההפך, להביא את עצמם לחפץ חסד, מה שנקרא, או הכרחיות, что они должны были приводить себя к состоянию хафецхеса, то, что называется необходимым, то есть рациональное потребление, мы назовем это так, более деликатным образом. Это то, что нам необходимо, ограничить себя, а в духовном там понятие ограничения тоже существует в мысли, когда мы все время находимся в предпочтении состояния хафец хесед, и над ним мы выстраиваем все свойства отдачи, даже в катнуте. Мы еще не понимаем, что значит получать ради отдачи. Что это не возвращение к тем самым получающим келим. Намерение меняет отношение к кли просто на противоположное. Поэтому отношение к кли, отношение к его наполнению, отношение к наполнению нет, это отношение к кли и наполнению, как сейчас, это только средство. Тогда я чувствую, что с помощью этого я наполняю кого-то, наслаждаю кого-то, с помощью того, что я наслаждаю себя. И поэтому наслаждение, которое ощущается внутри кли, которое полно светом наранхай, это наслаждение муркав, состоящее. Это сложное, сложно-составное ощущение. Оно состоит из обычного ощущения, которое он должен чувствовать, но до этого должно быть отношение катнутое гальгальтовый инаем, а в нем чтобы оно покрывало мне все желания слоем намерения, и потом все остальные света, которые приходят в воплощение хасадим. Коля. Альпанав, вроде бы понятие ограничения слышится как противоречие к большему объединению, как к горячему внутри пламени, когда человек должен стремиться все к большему. Нет. Ограничение? Я никогда не в состоянии. Сделать что-то со своими желаниями. Никогда. В истинной форме. В нашем мире, почему каббалисты против всей этой игры? Прекрати это делать, прекрати то делать. Потому что ты в нашем мире. Если ты начинаешь ограничивать себя, ты меняешь корову на осла.
ты должен мне сказать, что тут я зарабатываю больше, если я не делаю вот этого и вот этого, и вот этого. Скажем, я прекращаю курить, я начинаю чувствовать себя более здоровым. А, заработал. Тогда нет проблемы. Необходимо только промывка мозгов, чтобы поменять одно на другое. В духовном ты так не делаешь. Если бы ты так делал, ты бы вошел в клипу. Мне выгодно отдавать Творцу, от этого мне будет больше прибыль. В будущий мир, тогда, пожалуйста, я ухожу в какой-то монастырь, сижу там всю жизнь, отключаюсь от всего. Давай теперь будущий мир. Понимаешь? В этом суть всех религий. Тут нет никакой проблемы. Только промывка мозгов. И все готовы на это. Всякие верования. И всегда сопровождают различные нетрадиционные медицины. Это все является единым комплексом. Как можно заработать все эти вещи? Наука Каббала не говорит об этом. Ты не меняешь это на другое. А как он мне может сказать, не стремись к большому состоянию? Ты не отказываешься от желаний. Ты поднимаешься над ними. Если ты их отменишь, тебе нечего будет выстраивать. Тебе нужны помехи, я рад им. Как Бальшлам пишет, я рад грешникам, которые раскрываются. Я ограждаю их, храняю их, я работаю над ними, я на них выстраиваю духовную ступень. Я не отменяю их. Хорошо, надо воспользоваться тогда. Ты не прекращаешь курить, но делаешь это ради отдачи. Ну, такой просто пример, потому что все сейчас так находятся в внутри такого представления, что стоит это делать. Это как игра. Не то, чтобы кто-то заботился, чтобы люди не умирали. Это по-другому. Я говорю о том, чтобы развивался эгоизм. Давайте пользоваться им, пока не отчаяемся. Но если он говорит здесь, что понятие ограничения, это как бы наоборот слышит. Нет, нет. Это ограничение. Без зависти, страстей и желания получить, я вообще ничего не в состоянии сделать. Это выражение моего эго. Если эго не раскрывается мне, во мне, видите, зависти, почести, страсти, стремление к почестям, что такое разбитое состояние? Это когда я смотрю на всех через зависть, страсти и желание почести. Что значит исправленное решимо? Умитукан. Оно исправлено. Оно не стало, не изменилось. Не возникло новое вместо него. Когда я убираю какую-то часть, и я беру что-то новое и присоединяю. Я исправляю. Это значит, что предыдущая испорченность остается, и она показывает мне, насколько исправление относительно испорченности желаемо и хорошо. И разница между ними дает мне осознание Творца. Когда высший свет Наранхай входит в келим ради получения, и я сейчас этот Наранхай снизу вверх привожу к состоянию ради отдачи. Вот эта разница, для меня это разница между преступлением и заповедью, между ошибками и злодеяниями и заповедями. Я осознанием этой разницы, как сказано, нет мудрого, более мудрого, чем опытный. Это значит, что он видит все хорошие вещи, все плохие вещи, которые могут получиться, и находятся между ними. И для него это опыт между плюсом и минусом. И
в этой разнице между плюсом и минусом раскрывает Творца. Поэтому ограничение не то, что я себя ограничиваю. Это значит, что я каждый раз поднимаюсь над завистью, страстями и почестями и хочу над ними выстроить иное отношение, использовать зависть, страсти и желание почестей в ином виде, в иной форме. Бина использует все свои силы для того, чтобы помочь Малхут. И мамаш, ты знаешь, что такое материнское молоко? Кровь превращается в молоко. То есть ее сила, ее жизнь, она выводит ее и дает ближнему. Ну, в хаим шелану зе ло лизулат, зе... Ну, в нашем мире не ближнему, а младенцу. Беулам арухани зе ле миши... А в духовном мире это тому, кого она ненавидит, потому что она противоположна Малхут. Зе ло агва, зе... зе авуда... Это работа. Тов... Кен? Да. Ну-ну, ты ткарев. Подойди ближе. Рав, вы сейчас отметили, что ограничение физическое, материальное, это словно поменять корову на осла. Ну-ну, так там ших, они лойдай матруцы. В физической области я вижу, на самом деле существует четкое ограничение. Также, скажем, в отношении сна, в области сновидений, скажем, когда мы делаем какое-то серьезное ограничение относительно сна, потому что мы хотим учиться. Я когда-то исследовал сновидение и понятие сна, и я объяснял людям, что если ты будешь спать меньше 6 часов в день, ты просто приносишь вред своему телу. Я пытаюсь выяснить у товарищей, как они могут сделать это, и не могу найти. Я предлагаю научиться спать 5 часов ночью и час в день. И соблюдать это очень-очень тщательно, потому что есть много времени, которое человек теряет просто так. Рабаш спал тем, что называется сном лошади, то есть 30 всхрапываний, нечто такое короткое. А потом это его взбадривало на несколько часов. Сидел вот так вот несколько минут, а потом был бодрым несколько часов. Это было хорошо. Нам необходимо понять, что все вот эти вот высчитывания 6 часов, 8 часов, они не верны. Мы в качестве животных мы видим у наших родственников, у обезьян, что они не спят так, как мы спим. Они спят намного меньше. И не в такой форме, как мы. В кровати, с подушкой, с одеялом. Там совершенно иные условия. Я не говорю, что мы по своей природе именно как они, но не то, что нам... Хотя Рамбам пишет 8 часов. Рамбам пишет 8 часов. И он был и каббалистом, и врачом. Но с другой стороны, то, что я, то, чему я научился у каббалистов, то, что я научил, то, чему я научился у Рабаша, скажем так, собственно. Это 5 часов ночью и час в день. Час днем, по крайней мере, час днем. Если ты можешь, еще прибавь полчаса, если ты можешь там оторвать оттуда отсюда. Но главное то, что ты заботишься об этих временах, потому что есть очень много времени, когда человек... Представьте себе то, о чем я говорю. Это был человек, который везде... Или ел... Или ходил, делал что-то, или учился,
Или спал. Не было ничего посередине. Очень много времени у нас и у меня до сих пор, которое мы проводим просто так. У него не было такого просто так. Не было. Есть свободная минута? Спит. Не как старец, который засыпает, дремлет. У каббалистов такого нет. Внутренняя работа не дает. Ну, разве что есть какая-то болезнь настоящая. Но все время, каждую минуту, но с намерением засыпал. И был готов заснуть на несколько мгновений. Это все вопрос привычки. Так можно 5 часов спать ночью, а потом добавлять? А как может быть у тебя иначе, я не понимаю. В 9 ты идешь спать, ты можешь идти раньше спать? В 9 я не могу даже пойти спать. Но в 2 часа тебе надо встать, более-менее. Ну, так как же можно... Я спрашиваю это по отношению к нашему графику. Мы как группа, как распространение, очень много у нас действий. Тогда ты должен это восполнить это на утро. Я помню, мы все вначале ходили такие, вот так, в таком, как будто бы пьяные. Как какие-то хронические алкоголики. Вся группа, да. Пока не привыкли. Мамаш аитаруэц лейну, адам магиями авода, ешло афилуши безмана шиур. Даже, допустим, человек приезжал с работы наук, а та них нас, до урока, или даже во время урока, или ты приходишь, ты там стояли такие кресла снаружи. Человек приходил, четверть часа спал, потом шел на урок. Просто так. У каждого была такая привычка. Но не сидели просто так, не болтали. Не спрашивали, что происходит. Ты приходишь, спишь, четверть часа, идешь на урок. К этому необходимо привыкнуть. Ты вдруг найдешь массу возможностей. Да, Кока. Я хочу спросить о вхождении Бней Баруха в состояние зарождения в отношении состояния мира, когда мир находится в кризисе. Вы напомнили, и сегодня тоже, что весь мир входит в понятие ограничения. Я хотел спросить, в чем связь нашего распространения миру и вхождения в нашего состояние Ибу, зарождение. Внешние и внутренние должны быть подобны. Для того, чтобы перевести мир из состояния той ступени, на которой он находится, состояние не разбито. В материале мира находятся разбитые части. Разбитые части, которые находятся в мире, называются Израилем. Поэтому все части, которые не разбитые в мире, которые просто эгоисты, указывают на Израиль. Вы виноваты, что нам плохо. Потому что вы разбиты. Вы самые плохие. Мы лучше вас. И это действительно так. Что ты сделаешь? Это истина? Теперь этот мир, этот материал огромного мира, который называется народами мира, чувствует общий кризис. Почему они чувствуют общий кризис? Из-за тех самых разбитых частей, на которых сейчас лежит обязанность исправиться.
Материал мира, он не плохой и не хороший, это просто материал. Если бы в этом материале не было бы этих разбитых частей, он бы не падал, и не поднимался, и никуда не продвигался. Все продвижение началось с чего? С этого Вавилона. Когда там начали чувствовать разбитые части. Ну, до этого с Адама Ришона. Как бы мы оттуда начинаем. То есть то, что меняется в мире, меняются света по отношению к разбитым частям. И поэтому все народы мира указывают на евреев и говорят, что вы виноваты. И это просто Творец говорит их устами. Поэтому, если мы понимаем это, что мы находимся, что у нас как в тесте, есть такой изюм, такие изюминки. Мы находимся в таком состоянии, то нам необходимо проделывать нашу работу. Давление, которое они ощущают, они чувствуют, что мы не даем им ту самую оживляющую ступень, которую должны дать. Поэтому весь этот кризис будет направлен, в конце концов, на нас. Мы потом почувствуем, что все эти проблемы мира, представь себе, такие, как в мире соберутся все проблемы, как в Греции, в Италии, в Испании, вообще во всех странах. Это будет в ближайшем будущем ощущаться везде. Все они, как стрелы, будут направлены на нас. Не только на Израиль, но и на Израиль тоже, но и на евреев по всему миру. Было что-то такое подобное в предыдущем столетии. И этого не было после Второй мировой войны, потому что началась война там или Европы, России. Я не хочу сейчас заниматься толкованием всего этого с духовной точки зрения. Но то, что нам необходимо понять, это, что мы, как изюминки в тесте, должны передать всему тесту оживляющую силу, насколько это возможно, как можно быстрее. Ты можешь сказать, для того, чтобы мне не было ущерба, чтобы миру было лучше, или чтобы доставить удовольствие Творцу. Неважно. Насколько ты чувствуешь, насколько ты это понимаешь, начинай работать. Но это необходимо. Это то, что препятствует нам войти в зарождение, наше распространение в Израиле и по всему миру? Если мы не поймем, не прочувствуем просто костями и в намерении, что я обязан заботиться о Творце, и к нему я приду только через весь мир, и через весь мир, ко всему миру я приду через группы и учителя, если я не выстраиваю это таким образом, то тогда я не нахожусь в пути, который куда бы то ни было вел. Перейдем к следующей части. Перейдем к следующей части нашего урока. Мы читаем книгу Зоар, глава Балак, 470-й пункт. Можно скачать материалы книги на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы на сайте. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. О, Нари. Ради чего ты учишься? Ну, передай тогда соседу. Он тоже такой, как я вижу. Для того, чтобы соединиться с товарищами и найти силу отдачи между нами.
То есть объединение необходимо. Без этого не о чем говорить. Это минимальное описание Святой Шхины. Место, где мы можем раскрыть Творца. Замечательно. Теперь, и что дальше? Когда мы, скажем, выстраиваем это место, тем самым мы находим силу отдачи. Для того, чтобы найти силу отдачи. И в какой форме я представляю себе силу отдачи? Вне себя. Вне себя. Ну, немножко более чувственным образом. Нет здесь своего чувства. Это отдача, которая не возвращается ко мне. Это оторвано от моего эгоизма, от моего «я». Мне кажется, что самым простым было бы сказать, что мы хотим с помощью Зор представить, как мы связаны узами любви в соответствии с текстом, который мы читаем. Потому что текст говорит только об одном. Как мы связываемся ощущением любви друг с другом. Потому что Зор написан на уровне всех исправлений. Как говорит Бааль Сулам. На уровне Гмар-Тикуна. А Гмар-Тикун это возлюби. Как мы с помощью связи любви между нами. Я раскрою любовь к Творцу и его любовь ко мне. Элейну вэлай. Бахазара. К нему и ко мне. Дуди, вы дуди, я к моему возлюбленному, да. Возлюбленный мне. Так. Да, Широширим, то это. Об этом говорит песня песни. А звук гаво. Самый высокий звук. Увидим. Как он рассказывает нам об этом состоянии. 470 пункт. Кто исчислит прах Якова? Все те, кто приходит от Малхут, называемые прахом, считаются прахом. И пересчитает долю Израиля, как сказано, есть ли счет воинством его? Этот отрывок поясняет, что означает доля Израиля, а не прах Якова. Кто исчислит прах Якова? Это заповеди, выполняемые с прахом, то есть при посеве, насаждении и жатве, и пересчитает долю Израиля, это заповеди, относящиеся к животным. 471. И произнес он притчу свою и сказал, он возносил свой голос по направлению к этой пустыне, то есть Малхут, называемой Ко. И это означает, что произнес он притчу свою, то есть Билам вознес голос свой и сказал, это Ко, как написано, и так Ко, скажи, то есть Малхут, называемая Ко, будет говорить. 472. Когда увидел Билам, что с помощью всего своего колдовства и всего подношения, то есть жертвоприношения, которое он совершил, он не может устранить эту Ко, как сказано, а я буду ждать здесь Ко, то есть подразумевал, что устранит эту Ко, сказал ему Творец, злодей, ты задумал устранить Малхут, а я устраню тебя из рода твоего. То есть он устранит его из корня, сказано, и явился Творец Биламу. И это означает, и заклюют тебя вороны речные. То есть он поверг его со ступени его. А затем, после того, как увидел, что не может одолеть, сказал повторно, и благословение это не отменить мне. Следовало сказать, не отменить мне его, однако сказано дословно, не отменить мне ее, то есть ту, о которой сказано Ко, то есть Ко будет говорить Малхут, о которой сказал он, не могу я отменить ее в Исраиле. 473. Сказал Билам, с двух ступеней я пытался подойти к ним. Хотел подойти к ним со ступени Иакова и не смог. И хотел проникнуть в них с другой стороны со ступени Израиля и тоже не смог. Поскольку ни то, ни другое имя не связывается со всякой нечистью. Как сказано, не увидел лжи в Иакове и не видел суеты в Израиле.
474. Две ступени, заклинание и ворожба. Им соответствуют две клипы, суета и ложь. Сказал Билам, ведь я без всяких сомнений обнаружил противоположность Иакову и Израилю, потому что это клипа, противостоящая Иакову, и она связана с колдовством, называемым заклинанием. Суета — это клипа, противостоящая Израилю, и она связана с ворожбой. Когда он увидел, что не может одолеть, сказал, что, конечно же, не увидел лжи в Иакове и не видел суеты в Израиле, потому что Творец Всесильный с ним. 475 пункт. Если скажешь, с помощью этих лжей и суеты я не могу одолеть, а с помощью ворожбы и заклинания могу, то ведь сказано, ибо нет заклинания против Иакова и ворожбы против Израиля. И мало того, все высшие воинства и все станы вместе взятые не знают и не постигают законов высшего царя, пока не спросят эти две ступени, Иакова и Израиля. И они говорят о том, что садил Творец. Все эти слова произнесла Ко Малхут, а он, Билам, только возносил голос согласно ей и не знал, что они означают, и от него можно было слышать только лишь голос. 476. Вот народ, как молодой лев, встанет и как лев возвысится. Какой народ может сравниться с силой Израиля в час, когда настало утро, и он встает и словно лев устремляет свои силы на служение Господину его, вознося многочисленные воспевания и восславления? Они занимаются Торой весь день и также ночью, как сказано, не ляжет, пока не съест добычи. Когда человек желает лечь на ложе свое, он благословляет высшее имя, превознося его правление наверху и внизу. Многочисленные защитники соединяются перед тем, как они открывают уста на постели свои, произнеся «Шма Исраэль», и они просят о милосердии перед святым царем, провозглашая многочисленные изречения о милосердии. 477. «Вот народ, как молодой лев, встанет. В будущем этот народ поднимется над всеми народами и идолопоклонниками, как лев, могучий и сильный, и бросится на них. Всем львам свойственно лежать на своей добыче. Однако об этом народе сказано, не ляжет, пока не съест добычи». 478 пункт. «Вот народ, как молодой лев, станет принести жертвы и всесожжение перед царем на жертвеннике. В час, когда жертва сжигалась на жертвеннике, там появлялся образ льва, нападающего на жертву и пожирающего ее». 479 пункт. «Это был высший ангел Уриэль, и его видели в образе могучего льва, который набрасывался на жертвенник и пожирал жертвы. Но когда Израиль не удостаивались в должной мере, то появлялся образ дерзкого пса, набрасывающегося на жертвенник, и тогда знали, Израиль, что должны совершить возвращение, и они совершили его. Не ляжет, пока не съест добычи. Это жертвоприношения, сжигаемые ночью, такие как жертва всесожжения, и кровью убитых не напьется, ибо Творец ведет войны с их врагами». 480. Что значит «не ляжет»? Дело в том, что каждую ночь, когда человек следует заповедям Господина его, он не ложится на ложе свое до тех пор, пока не уничтожит 1125 видов всякой нечисти, пребывающей вместе с ним. 1000 с левой стороны, как сказано, падет слева от тебя 1000. И сказано об этом, пусть радуются благочестивые в славе, пусть поют на ложах своих. Величие Творца на их устах и меч обоюдоострый в их руке, чтобы вершить возмездие над народами. Это означает слова «не ляжет, пока не съест добычи», и это означает «свершить над ним приговор». 481 пункт. «В противоположность трем ударам, нанесенным им ослице его, и отягощению ее бременем колдовства, трижды благословились Израиль.
в противопоставлении ему благословляется Израиль, то есть трижды в году должны подняться Израиль, чтобы предстать перед Святым Царем. 482. И увидел Билам, что угодно Творцу благословить Израиль, и не обратился он, как прежде, к гаданию. Что значит гаданию? Потому что в первые разы он пошел на все свои колдовства и хотел проклясть Израиль. После того, как узнал о воле Творца, сказавшего ему: «Возвратись к Балаку, ибо в твоих речениях не нуждаются сыновья мои, им предстоит услышать другое речение, от Ко». Как сказано, и так Ко скажешь, то есть Ко будет говорить, а не ты. И так скажешь означает, что она властвует над всеми правителями колдунов и чародеев и всякой нечистью, чтобы они не могли причинить вред сыновьям его. И тогда он захотел навредить им с глазом. 483 пункт. Когда этот злодей смотрел на Израиль, то он смотрел на эти две ступени, Яков и Израиль, чтобы причинить им вред своим колдовством одной или другой. Поэтому при каждом благословении благословлялись Яков и Израиль. И увидел Билам, что угодно Творцу. Каким образом увидел? Он увидел, что когда светит лик Творца, не могут существовать все виды нечисти, и все колдовство и ворожба не имеют никакой силы. 484 пункт. В первых двух случаях сказано «И явился». И явился Всесильный, и явился Творец Биламу. И сказано «И так, Ко скажешь». А теперь, когда он увидел, что нет гнева, и колдовства его ни к чему не приводят, сказано «И не обратился он, как прежде, к гаданию». После того, как он прекратил свои колдовства и отстранился от них, начал с помощью иного пробуждения восславлять Израиль. Пробуждение здесь является пробуждением духа в левой стороне, под влиянием которого устанавливается связь нечистых видов и колдовства его. 485. Мы видим, что даже в третий раз не пребывал над ним Дух Святости. Что же в таком случае означает сказанное «и был на нем Дух Всесильного»? Ведь во всех остальных случаях так не сказано. Написано «доброжелательный», дословно «добрый глаз будет благословлен». Читай, не будет благословлен, а будет благословлять. А глаз Билама был недобрым, и нет в мире дурного глаза хуже, чем у него, так как любое место, куда бы он ни взглянул своим глазом, становилось проклятым. 486. И поэтому сказано мудрецами, каждый, кто проводит сына своего по рыночной площади и боится дурного глаза, должен укрыть платком голову его, чтобы дурной глаз не был властен над ним. И также здесь, после того, как увидел Билам, что не может своим колдовством и ворожбой причинить вред Израилю, то захотел взглянуть на них дурным глазом, потому что любое место, куда бы он ни посмотрел своим дурным глазом, становилось проклятым. Почему желание его было направлено против Израиля, сказано, и обратил в пустыню лицо свое, то есть обратил лицо свое к тельцу, которого сделали Израиль в пустыне, чтобы получить помощь с этой стороны для нанесения им вреда. 487 пункт. «И поднял Билам глаза свои и увидел Израиль, потому что хотел посмотреть на них дурным глазом». И если бы Творец тотчас не предварил исцеление, то уничтожил бы их своим взглядом. Об исцелении, которое дал Творец в этот час Израилю, сказано «И был на нем Дух Всесильного». «И был на нем» сказано об Израиле, то есть, что Творец простер над Израилем Дух Всесильного. Это можно сравнить с тем, как человек простирает платок над головой ребенка, чтобы не были властны над ним глаза Билама. 488 пункт. «Тогда тот заговорил, как прекрасны шатры твои, Яков, жилища твои, Израиль. Каждый, кто желает взглянуть дурным глазом, может это сделать, только восславив и признав то, что он хочет проклясть дурным глазом».
и как он действует, говорит, насколько хорошо это, насколько приятно для того, чтобы стал властен над ним дурной глаз. И также тут сказал, как прекрасны шатры твои, Яков, насколько они приятны, насколько они красивы, насколько эти прекрасные насаждения, которые посажены возле них, напоминают прекрасные насаждения, посаженные Творцом в Эдемском саду. Хорошо бы, чтобы и эти насаждения были у них рядом с этими жилищами. 489. Это подобно человеку, у которого были красивые руки, приятные на вид. Прошел один человек с недобрым взглядом, посмотрел на эти руки, схватил их и начал восхвалять, говоря, насколько они прекрасны, насколько они приятны. Посмотрите на эти пальцы, образец высочайшей красоты. Затем сказал, как хорошо было бы, если бы эти руки обрамляли драгоценные камни и были бы облачены в пурпурные одеяния величия, и чтобы пребывали в храме его и могли служить там, и чтобы хранились в ковчеге его. 490. И также Билам начал восславлять, как прекрасны шатры твои, Яков, и жилища твои, Израиль. Посмотрите, насколько они прекрасны, насколько они приятны. А затем сказал, растекаются воды из ведер его, чтобы не было этого прекрасного насаждения саженцев Торы вне этих жилищ, и семя его в обильных водах. То есть он имел в виду, что оно находится между клипот, называющимися обильными могучими водами, то есть чтобы оно не выросло и не умножился Дух Святости. 491 пункт. Сказал ему Творец, злодей, глаза твои не смогут причинить зла, ведь над ними простирается Дух Святости. Тогда сказал, Всесильный вывел его из Египта. Это означает, дескать, не смогут все жители мира причинить им вред, так как высшая могучая сила поддерживает их. И это Всесильный, выведший его из Египта. Но мало того, мощь Всевышняя у него, чтобы не мог человек простереть руку на него из-за величия его. И поскольку находится он в высшем великолепии, то поглотит народы врагов его, и нет того, кто бы мог причинить им зло. 492 пункт. И даже в то время, когда он не вознесен, не смогут они одолеть его, как сказано, опустился на колени, прилег как лев, как молодой лев. Также не боится, потому что он могуч, как лев и как молодой лев. Даже когда он находится в изгнании среди народа, и он опустился на колени и прилег среди них, как лев, он будет отстаивать законы Торы и речения Торы. Есть у них правление от Господина их, так что даже все цари мира не смогут уничтожить их. И они подобны льву, который лежит на своей добыче, и никто не может поднять его. И об этом сказано, опустился на колени, прилег как лев, как молодой лев, кто поднимет его? Аза и Азаэль, 493 пункт. Нет в мире более мудрого в нанесении вреда, чем злодей Билам. Потому что вначале он пребывал в Египте, и с его помощью египтяне установили связь над Израилем, чтобы те никогда не выходили из своего порабощения. И об этом сказал им, как я смогу причинить зло им, ведь я сделал так, чтобы они никогда не вышли из египетского порабощения. Однако, сказано, Всесильный вывел его из Египта, и не могут одолеть его мудрецы и колдуны мира. 494. Как дороги речения Торы, насколько дорога Тора Творцу, как дорога Тора, которую Творец наследовал Кнессет, собрание Израиля. В час, когда они вошли из Египта, стало известно Биламу, что колдовства и ворожба его, и все связи, установленные ими, не причинили никакого вреда Израилю. Начал он рвать на себе волосы, отправился в горы тьмы и пришел к тем железным оковам, в которые были закованы Аза и Азаэль. 495. Таким образом приходят к ним. Когда человек восходит на вершины гор, видит его Азаэль, называемый прорицающий,
сразу же говорит Азе. И тогда они громко взывают, и собираются к ним огромные ядовитые змеи окружая их. И посылают они против этого человека маленькое животное, называемое анимта, которое похоже на кошку, голова ее, как голова змея, два хвоста у нее, маленькие передние задние лапы. Человек, видящий ее, закрывает лицо свое, и он приносит один сосуд с пеплом, оставшимся от сожжения белого петуха, и бросает в лицо ей, и тогда она идет с ним. 496. Пока он не достигает начала этих железных цепей, вбитого в землю, и достигает глубины бездны, и там в этой бездне есть одно подножие, вбитое в нижнюю бездну, и к этому подножию прикреплено начало этих цепей. Когда человек достигает начала этих цепей, он трижды ударяет по нему. И Аза и Азаэль зовут его, и тогда он опускается на колени и кланяется, и идет, закрыв глаза, пока не приходит к ним. Тогда он садится перед ними, и все эти змеи окружают его с одной и с другой стороны. И он открывает свои глаза и видит их. Он содрогается, падает ниц и поклоняется им. 497 пункт. Затем Аза и Азаэль обучают его колдовствам и ворожбе, и он находится у них 50 дней. Когда приходит время отправляться в путь, этот маленький зверек, называемый Анимта, и все эти змеи идут перед ним, пока он не выходит из этих гор, из этой беспросветной тьмы. 498. И когда Билам пришел к Азе и Азаэлю, он сообщил им, что ему надо от них, и закрылся вместе с ними в горах. И он просил выступить против Израиля, чтобы вернуть их в Египет. Творец же перемешал и привел в негодность все премудрости в мире, и все колдовства в мире, и они не смогли приблизиться к Израилю. 499. Когда Билам увидел, что он не может причинить зло Израилю, то вернулся и посоветовал Билаку сделать то, что тот не просил у него с целью причинить зло Израилю. И совет его касался женщин медианских, которые были красивы видом. И если бы не сказал нам Моше, то мы бы не знали об этом, как написано, ведь они соблазняли сынов Израиля по совету Билама. 500 пункт. После того, как узнал Творец о совете его, то сказал, «Ведь вследствие твоего совета ты, несомненно, будешь повергнут сам, так как он был убит при совершении возмездия над медианитянами. Что сделала та сила, которая властвует над всеми колдовствами, то есть Малхут, показала конец всего? Разве есть у него право видеть, что случится в далеком времени? Это было увидено и изречено тем, кто стоит над ними, Малхут, для того, чтобы не осуществилась вся мерзость, сказанная Биламом по высшей воле, благодаря высшей мудрости Торы. Хорошо. Да, но что-то конкретное. Костя из Москвы говорит, что мне делать, если возникает при изучении книги Зоар сопротивление, или я должен просто слушать без особого интереса, что мне делать? Ну, сила сопротивления одна, а пусть против нее будет другая сила сопротивления. Что мы просто говорим? А что он хочет? Что находится во всяких там образах, иллюзиях, и согласно этому рассказу представлять себе театр? Что он хочет, чтобы было? Ему дают разные помехи. Или помехи в мыслях, сейчас, что ему важно это и это. Или мысли о каких-то запутанностях здесь, в тексте. Но он должен, неважно на чем, сосредоточить себя и концентрировать правильным образом. Говорят о связи между душами. Как он может представлять себе это? Более близко, правильную связь между группой и человечеством, чтобы создать для этого опору,
для доставления наслаждения Творцу. Дальше. Во времена царя Машиаха, 501 пункт. Сказано, вижу его, но не сейчас, сматриваю с него, но не близко, взошла звезда от Якова, и вознесся скипетр от Израиля, и сокрушит он пределы Моава. Потому что часть сказанного осуществилась в то же время, а часть по прошествии времени, во время прихода царя Машиаха. В будущем Творец отстроит Иерусалим и даст увидеть одну неизменную звезду, сверкающую среди 70 других блуждающих звезд в 70 сторонах, которые светят посреди небосвода. И она будет править и повелевать 70 другими звездами и будет светить и пылать 70 дней. 502 пункт. И в пятницу, на 25-й день 6-го месяца, покажется эта звезда, а в субботу прекратит светить по окончании 70 дней, когда скроется и перестанет быть видна. В первый день покажется она в городе Риме, в этот день обрушатся три высокие стены в городе Риме, и рухнет великий храм его. И скончается правитель этого города, и тогда прострет свой свет эта звезда, чтобы раскрыться миру. В это время начнутся большие войны во всех четырех сторонах света, и не будет среди них веры. 503 пункт. А в центре мира, когда будет светить эта звезда посреди небосвода, встанет один великий царь и правитель мира, и дух его превознесется над всеми царями, и он начнет войну с двумя сторонами и одолеет их. 504 пункт. А в тот день, когда скроется звезда, содрогнется святая земля в радиусе 45 миль от святого храма, и раскроется одна пещера под землей. И из этой пещеры произрастет одна большая высшая ветвь, которая будет властвовать над всем миром. И ей будет отдано господство. И высшие праведники стекутся к ней, и тогда раскроется Машиах всему миру, и ему будет передано правление. 505 пункт. А и люди мира в тот час, когда раскроется Машиах, будут находиться в одной беде за другой, и будут усиливаться ненавистники Израиля, и тогда взойдет над ними дух Машиаха и уничтожит все эти беды, и тогда сказано, Израилю будет сопутствовать успех. Как сказано, и будет Эдом разгромлен, и будет разгромлен Сеир, враги его, враги Израиля. И поэтому сказано, а Израилю будет сопутствовать успех. И в этот момент Творец возродит жизни всех умерших в народе его, как сказано, десница Творца одержит победу, не погиб я, а буду жить. И сказано, взойдут спасители на гору Сион, и тогда сказано, и будет Творцу царство. 506 пункт. Сказано, ибо с весельем выйдете, но когда Израиль выйдут из изгнания, шхина выйдет с ними, и они выйдут вместе с ней, потому что с весельем выйдете со шхиной, которая называется весельем. А веселье — это Творец, и веселье — это Цадик Исуд Зерампина. И это то, что сказано, радость и веселье пребывать будут в нем. 507 пункт. Цадик Исуд Зерампин никра сасон. Праведник Исуд Зерампин называется радостью. Когда Кнессет Исраэль упала в изгнание, вышли царство от этого праведника, и сказано во время изгнания, и с радостью будете вычерпать воду из источников спасения. Радостью называется праведник. Источники спасения — это Аба в Има, Хохма и Бина, куда стремится Исуд. И еще, из источников спасения — это Нецех и Иод, от которых будет получать Исуд, и все они получают от этих
глубоких источников спасения — это хохма и бина. И тогда сказано: «И скажешь ты в тот день: благодарю тебя, Творец, ликуй и пой, жительница Сиона». Вся эта статья указывает на то, чтобы выяснить сказанное: «Вижу его, но не сейчас, всматриваясь в него, но не близко, взошла звезда от Якова и вознесся скипетр от Израиля, и сокрушит он пределы Моавы, и разгромит всех сынов Шета, и будет Эдом разгромлен, и будет разгромлен Сеир, враги его, а Израилю будет сопутствовать успех». «Увижу, но не сейчас». Не сейчас, а в близкое время, всматриваясь, но не близко, во время царя Машеха, взошла звезда от Якова, как сказано: в будущем Творец должен будет отстроить Иерусалим и вознесет одну постоянную звезду Малхут, которая постоянно в своем зивуге с Зерампином, который называется Яков, которая будет сверкать среди 70 блуждающих звезд в 70 странах. Число 70 указывает на свечение хохмы, которое называется Эйнаем. Звезда состоит из правой и левой линии. Правая линия называется 70 сторон, левая линия называется 70 блуждающих звезд, поскольку это происходит со скоростью. 70 блуждающих звезд и 70 сторон светят от нее в середине небосвода, то есть что они состоят в средней линии Малхут, потому что об этом сказано: «Зашла звезда от Якова». Звезда — это Малхут, а средняя линия — это от Якова. И они будут, и будут получать повеление от него 70 других звезд, 70 правителей мира, левая линия, и они тоже будут питаться от этих 70, это будет 70 дней, 70 сферот хагат наим, каждая из которых состоит из 10, и это 70 сферот, которые называются 70 дней. Килим Малхут от бины, и поэтому не достает ей своего собственного свойства. Манхут де Малхут Манула. И она скрыта, и вместо нее пользуется Исодом Малхут Мифтахай. И в Малхут есть только 9 ее первых сферот, а ее собственное свойство Малхут де Малхут не достает, потому что оно скрыто. А в пятый день Исод, в 25 дней шестого месяца покажется звезда, 25 — это Малхут, и шестой месяц — это Исуд, чтобы свечение звезды находилось только в Малхут Исуда, и это 25-й день шестого месяца, а Терет Исуда, Мифтаха, а не в самой Малхут Мануле, которая недостойна получать света из-за силы сокращения, которая пребывает над ней, и он кончится в седьмой день, в конце 70 дней, потому что 70 дней — это Хагат Наив, в каждом из которых есть 10, и в конце 10 последних сферот, это 10 сферот Малхут, в конце которых находится Малхут де Малхут Манула, скроется свет и не будет светить там, потому что Манула скрыта и не получает никакого света. Общее и частное равны друг другу, и так же, как в предыдущих избавлениях Малхут выстраивается из трех линий, так же и в будущем избавлении порядок должен быть точно таким же. После того, как Малхут подслащается в бине, в правой линии уже нет больше раскрытия свечения хохмы и начало свечения раскрытия хохмы в левой линии, и поэтому сказано: в первый день покажется в Риме, это значит, что будет светить в левой линии без правой, это свечение внешних
что называется, городом Римом. И тогда будет воевать с ними звезда, которая приходит от средней линии. И благодаря силе экрана средней линии уменьшится гар свечения этой левой линии. И в тот же день падут три высокие стены в городе Риме, то есть упадут от гар левой линии, и правитель этого города умрет, то есть правитель их умрет и отменится, и тогда будет, и тогда покажется Малхут в средней линии, чтобы показаться в мире. И это сказано, что взошла звезда Иакова, то есть что раскроются сильные войны в мире из Рима с двумя сторонами, войны от несогласования правой и левой линии, и также от средней линии с экраном Херик. И это значит, что Малхут, называемая Вера, находится, не находится среди них. Но после того, как раскроется звезда и ударит по городу Риму, тогда в середине мира, когда будет светить эта звезда в середине небосвода, когда она определит исправление средней линии в мире, это Малхут, и на небосводе Зеранпине станет один великий царь, который будет править в мире, царь Машиах, и его дух будет над всеми царями и будет вести войну со всеми сторонами, справа и слева, и это, как сказано, и он разгромит все пределы Муава и разгромит всех сынов Шета и преодолеет их. И когда раскроется эта звезда в конце всех дней, это Малхут де Малхут, которая была скрыта в течение всех 6000 лет, и свет не приходил к ней, и она скрылась на своем месте, тогда содрогнется святая земля, Малхут. И это указывает на Зеранпин, Авая, с наполнением буквы Алев. Это гематрия Ма, и это имя Ма, Зеранпин, повлияет передаст святые гвурот Малхут, и она содрогнется вокруг святого храма, вокруг Исода Малхут. И одно свечение под землей раскроется, место скрытия Манулы, Малхут де Малхут, которая не получила до сих пор никакого исправления. И из этой пещеры, место скрытия, выйдет сильный огонь, чтобы сжечь в мире саму Манулу, которая называется тяжелым огнем, которая до сих пор в месте, где раскрывалась, и уничтожала все света в этом месте. И тогда она получит свое полное исправление. И из этой пещеры вырастет одна ветвь великая и высшая, как сказано, и отсюда произойдет колено Израиля, и это царь Машиах, когда он получит свой венец тогда от большого исправления Манулы, и будет властвовать по всему миру, и будет передано ему царство, то есть он получит совершенное царство, которое восполнится тогда, наполнится совершенством, и это Машиах бен Йосеф. И тогда еще не закончилось все исправление, и сыновья мира в то время, когда раскроется Машиах, будут находиться в одной беде за другой, потому что так как он относится к левой линии, его исправление не будет полным, и будут беды в мире, и ненавистники и враги Израиля усилятся, и тогда это будет продолжаться до того, как раскроется Машиах бен Давид от средней линии. И тогда сказано, и пробудится над ними дух Машеха, Машеха бен Давида, и уничтожит злодейский дом, Малхут Эдома, и Израиль будет одержать победу. На этом мы закончили Зор, нам остался еще новый Зор. Да, с завтрашнего дня, с Божьей помощью. А потом мы вернемся к предисловию к Зору. Уже там с Божьей помощью мы поймем больше. Передай это Бен Циону. Он делает хорошую работу со своей группой. И мы перейдем к следующей части. Перейдем к следующей части нашего урока. Мы изучаем Талмуд Сефирот, третий том, десятая часть, страница Тафтаф Пейтет, 889, Мембет Ор Пними, первая колонка со слов Везе Омро.
Напоминаем, что вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Вопрос по теме урока будет задан в прямом эфире. Итак, тест третий, том, страница Таф-Таф-Пей, ТЭТ, 889, Мембет Орпними, первая колонка со слов «Везе Умро». «Везе Умро». Там сказано, когда вышел вовне, тогда Аба стал Хеседом, а Бина — Гарон, согласно Бине Арихампина и так далее. То есть, когда вышел уровень Бина Дема, это Аба Вима, вовне из первой Гей, внутренней Авая, или Бина Арихампина, тогда Аба становится хеседом первого рода, то есть хесед Ариханпина, хесед Рашей Катфин Ариханпина, или свойство хасадим Гар Дебина, до распространения и выхода в зон. А Бина, то есть выше има, становится как Ор Гарон Ариханпина, то есть, собственно, Биной, которая является сутью хохмы или кли Бины, которая притягивает свет Хесед. И сказано, Гарон будет выше Хеседа, и поэтому облачается свет Гарона в Хесед. То есть, как было сказано, что кли Бины — это хохма, и поэтому свет этого кли выше, несравнимо выше относительно Хеседа, которое притягивает кли. Поэтому Бина, или Высшая Има, становится главным образом светом Гарона Ариханпина, который является Хохмой, и поэтому Высшая Има важнее, чем Аба, потому что Аба — это Гарда Хасадим, который притягивает Гарон, а Има — это свет самого Гарона, то есть кли, которая называется свет хохма, но лишь вак хохма, поскольку является свойством ахураем света хохма. Еще раз, от мембет, орпними, со слов везеумро. И сказано, когда вышел вовне, тогда Аба становится хеседом, а Бина — Гароном, согласно тому, что это Бина Ариханпина. То есть Аба, он как бы хесед, Бина, да? Это интересно. Потому что он не может быть хохмой. Они вышли из рожда Ариханпина. И только там есть хохма. То есть, когда вышел уровень Бина, Дема, то есть Аба в Има, вовне из первой Гей, внутренней Авая, что есть Бина де Ариханпин, тогда Аба становится как Хесед первого рода, или свойство Хесед Рашей Катфин Ариханпина. Свойство Хасадим Гар де Бина до распространения и выхода в зон. А Бина, или Высшая Има, становится светом Гарона, Ор Гарон де Ариханпин, то есть Бина, собственно, которая является следствием сути хохмы. Это кли сути Бины, которая притягивает свет Хесед. И об этом сказано, Гарон выше, чем Хесед, поэтому свет Гарона облачается в Хесед. То есть, как было сказано, что кли де бина — это свойство хохма, поэтому свет этого кли выше несравнимо, чем Хесед того кли, которое притягивает. И бина — Высшая Има становится главным образом светом Гарона Ариханпина, который является хохмой, поэтому Высшая Има важнее, чем Аба, потому что Аба — это Гарда Хасадим, который притягивает Гарон, а Има — это свет самого Гарона, то есть
кли или свет хохма. Но лишь вак хохма, потому что находится в свойстве ахураим света хохма. Ну, мы еще поймем дальше продолжение, пожалуйста, дальше он продолжает. И сказано, и это свойство буквы Юд в Хохме, которая раскрылась, а Бина не раскрывается, исчезает. Юд — это высший Аба или свет Хесед, который притягивает Гарон Дари Хампин, поэтому он раскрывается в имени Авая. Но вав-далет, в наполнении Юд, это высшая има, которая является светом Гарона относительно света Хохма. Поскольку Хохма в Гароне находится в Ахурайм при получении света Хохма, и вся притягивает Хасадим, поэтому высшая има исчезает внутри Аба в его внутренней части, на что указывает только наполнение Юд, и не раскрывается сама по себе вообще. И пойми это, потому что высшая има сама по себе не нуждается в раскрытии и находится в Хафец Хаесе, поэтому облачается на Аба. Если ты это поймешь, то высшая има взяла шесть нижних Дехохма Дебон по этой же самой причине, поскольку является светом Хохма Гарона, и этот свет — это Вак Дехохма, силу Ахураим, поддерживающих его. Поэтому взяла для исправления Вак Дехохма Дебон, но высший Аба — это Кетер Дехохма на уровне Бина Дема, то есть Гар Дебина или Хесед первого рода. То есть има выше, има, ила, именно потому что это свойство хохма, она исчезает в Аба. Беседер. Хорошо. Дальше. От мем гимель. От мем гимель. От мем гимель. Мем гимель. От мем гимель. Отношения между ними мы еще поймем. Это не просто. Это аб хесед, а има. Что это? Вот эти гвурот. Они проявляются из малости хасадим, мы еще будем изучать это. Пока что продолжай. Мем гимел вверху на странице Тавтав Цади Алиф 891. Но когда начали две конечности Арихампина проявляться и распространяться, тогда облачился Хесед в Гура, и оттуда вышли Ишсут, и тогда явление обратило свою противоположность, потому что Аба стал более скрыт, чем Бина, на что указывает буква «Гей», были скрыты «Ишсут», «Гей», когда Хохма исчезает, а Бина раскрывается. «Юд» — это буква «Юд», «Вав», «Далит», «Юд». И «Гей» — это обозначает «Ишсут», что хохма в скрытии, а бина в раскрытии. И говорит об этом в Идразута. И сказано об этом в трактате Идразута. Поскольку нуждается в хохма Аба, бина, има, это означает, что вначале они исчезают, бина, внутри хохма, но другими словами хочет сказать, что после распространения света Рихампина раскрывается Аба Вима. И также выясняется вопрос бина, бины и твуны, первых, и Аба и Исраэль Саба, на что указывают две буквы Юд, Гей, первый, имени Авая. Да. Ну, он начинает объяснять нам, как
бина, бина высшая бина, как она правит нижними ее воздействиями, которые называются руки. Чем мать заботится о детях? У нее есть груди и руки. А что еще у нее есть относительно ребенка, младенца? Ну, просто немножко это так представить. Мы понимаем, что это не тело, что такое гувзе има, а руки и груди. Так вот, с помощью линий, через линии мы получаем хохма, хасадим, и благодаря этому нижний начинает различать отношение высшего, и в соответствии с этим начинает себя так вот. Правая и левая рука, или правая и левая грудь, мы не различаем в нашем мире. Есть внешние признаки, но в духовном это, в этом большая разница. Кто хотел там? Кто там сидит? Амиком там скрывается за всеми. Амиком, только не путать нас. Начни говорить слово за словом, я тебе скажу, когда перестать. Он пишет, что только когда обе руки, обе конечности Рехампи начали распространяться, да, тогда облачился Хесед Твора, и оттуда вышел. И вышли из суд. Да. Но конечности распространяются от хазе. Арихампи. Посмотрим, я не знаю. Я не знаю. Все, что он написал до того, это плечи. Руки начинаются от плеч. Я же говорю, что все, что он писал до того, это было ниже, чем распространение Хасид и Гвура. Я не знаю, он только сейчас первый раз это упомянул. Кроме того, эти руки, эти зрот, понятие вот этих рук, они распространяются снизу вверх или сверху вниз? Знаешь, говорится, руки святости таким образом. Хабад хагатный, снизу вверх мы считаем. Сверху. Либо говорится внизу, либо относительно высшего, либо относительно нижнего. Я не знаю, относительно чего говорится. Поэтому он только начал. Да, я немножко... То, что твой мозг торопится, ты немножко его попридержи. Ну, еще, давайте продолжать. Вверху или внизу? Где мы? Мем-гимел. Мы читали, прочитали первый раз, один раз вверху. Прочитай еще раз. Еще раз мем-гимел вверху. Когда начали две конечности Рехампина проявляться и распространяться, так, тогда облачился Хесед в Гвура, и оттуда вышли из суд. И тогда явление обратилось в противоположное, потому что Аба всегда Аба оказался скрыт больше, чем Бина, на что указывает буква Гей, когда Хохма скроется, а Бина раскроется. И написано в трактате Идразута, и вот цитата, и тогда сократятся Хохма, Аба, Бина. Има. Что означает, вначале исчезает има внутри бины, бина внутри хохма, но впоследствии при распространении зрот Рехампина, конечности Рехампина, тогда раскроются аба в има. И вот выясняется вопрос бина и твуна первых, и аба и ишсуд, на что указывает две буквы «Юд-Гей», первое имени Авая. Вначале има более скрыто, в конце аба. Посмотрим, что это за игра, о чем она говорит, и как хохма может быть раскрыта больше хасадим. Когда хасадим раскрыты более хохма, это нормально. Когда хохма раскрыта больше, чем хасадим, как такое может быть, должно быть облачение. То есть, о какой хохме идет речь? Раскрыто наружу, что значит наружу? То есть, это килим, это раскрытие. Но что значит больше имы? Это не может быть.
Он всегда облачен в Иму. Ну, посмотрим. Мем Гимл внизу, первая колонка на сцене Тав Тав Цадик, 890. Об этом сказано, но когда раскроются две руки Ариханпина и распространятся, тогда облачается Хесед в Гура, и оттуда выходит Ишсут. Тогда явление обратилось в противоположное. То есть, когда Хесед Дебина раскрывается, при распространении в семь нижних, то есть хесед второго вида распространяется из гар ариханпина вовне, и это нуждается в свечении хохма, тогда облачается хесед в гура. И поэтому Ари называет это вторым видом хеседа, потому что хесед первого вида в Рашейхте Финарихампин не облачается в Гвура и не уменьшается. Наоборот, свет хохма в Гароне распространяется во внутреннюю часть, но не раскрывается, потому что находится в Хафец Хесед. А хесед второго рода, после распространения и раскрытия от гар бины и наружу, в виде конечностей, рук, которые уже нуждаются в свечении хухма. Поэтому этот хесед облачается в гуру, то есть сила парсы распространяется на него. И это хесед в хесед первого рода, или свойство гар, в котором има скрывается в свойстве хафец хесед, потому что такова природа бины, ее гар. В то время как хесед второго вида, который имеет свойство бины семи нижних сферот, это свойство бины требует раскрытия, то есть раскрытия хасадим в свечении хухма. Короче говоря, раскрыть хухму. И об этом сказано. Я бы еще раз повторил. Еще раз. Это дело не в том, понимаем или не понимаем, как это точно. Но посмотреть, какая игра между хасадим и хохмой, это то, что формирует наше восприятие, наше ощущение, вообще нашу реальность. Да? Об этом сказано. Когда начали две руки Ариханпина раскрываться и распространяться, тогда облачился хесед в гуру, и оттуда вышли Ишсут. И явление обратилось противоположное. То есть, когда хесед дебина раскрывается в распространении всем нижним, то есть хесед второго вида распространяется из гар ариханпина вовне, и он нуждается в свечении хохма. Тогда раскрывается хесед в гвуа, и Ари называет это хеседом второго вида, потому что первый хесед в Рейшин Катфин Ариханпина не облачается в гуру и не уменьшается, а наоборот, свет хохма в гароне распространяется во внутреннюю часть, но не раскрывается, потому что его свойство — это хафец хесед. В то время как хесед второго вида, после того, как распространяется и раскрывается из гарбины вовне, в виде зрот, конечности, которые уже нуждаются в свечении хохма, этот хесед облачается в гуру, то есть на него распространяется сила парсы. И это хесед хеседа, простите, в нем отсутствует хесед первого вида, или свойство га, в котором има исчезает в свойстве хафец хесед, потому что природа бины в гар именно такова, в то время как хесед второго рода, который соответствует бине в ее семи нижних сферот, природа этой бины раскрыться, то есть раскрыть хасадим в свечении хохма. Да. Леор из Иерусалима спрашивает, можно ли уточнить, в чем разница первого вида и хесед второго вида? Еще раз прочитать. Что больше выделяется? Аба, има, хохма или хасадим? Так вот, грубым образом. Мы посмотрим дальше. Еще раз. Желание получать — это материал творения.
Сколько есть еще сил, кроме желания отдавать Творца и желания получать творение? Нет, только две силы. Как мы из этих двух сил выстраиваем все мироздание? Так нам нужно, чтобы эти силы, когда они вот так вот сочетаются, да, соединяются в разнообразных формах между собой, во всех видах, два вида желания получать и желания отдавать, и когда между ними образуются разные такие отношения, ощущения, они называются светами. Из них образуются и света, и звуки, и оттенки, и расстояния. Все между ними. И для нас важно, почему мы изучаем 10 сферот. Для нас важно знать из всех миллиардов разнообразий и сочетаний и всяких соединений, как мы можем соединить их, это то, что мы делаем. Мы в сущности из всех наших воодушевлений строим систему. Мы ее формируем. Это как Лего. Все разобрано. И мы выстраиваем из этих двух сил, которые находятся в таком случайном, разбросанном порядке между собой, мы из них выстраиваем мозаику, такое панно целое. Псифас. Митукан. Исправленное. И поэтому для нас важно знать, какие законы есть в этом, какие линии поведения, какие вероятности, соединение тела в органы. Мы строим систему, и исходя из построения частей разобранных, разбитых, мы приходим к познанию Творца. И через познание мы приходим к слиянию с ним. Поэтому для нас важно не знать это. Мы не узнаем. На самом деле это не так, как написано, потому что это проходит через ощущение, это совершенно иначе. Мы видим уже, в чем разница. Даже в том, что мы понимаем в духовном, немножко понимаем, чувствуем, насколько разница в том, чтобы читать, как каждый приходит сюда и читает, и как потом мы начинаем немного связываться и вкушать, пробовать, насколько это все выглядит иначе, по-другому. Поэтому нужно стремиться, раскрыть, как сказано, вкусите и узрите, как прекрасен Творец. Продолжай. Вторая колонка «Везаумро» становится «Тавтавцадик» по 790. И сказано, что явление обратилось в противоположность, потому что Аба становится скрытым больше, чем Бина. То есть по природе Бины в Гар — это скрывать Хохма, потому что свойство Хафец Хесед. Но в Бина Дезат совсем наоборот, ее природа раскрыть свечение Хохма для Зон, поскольку она является корнем Зон, а природа раскрытия в ней — это ее облачение в Гвуру, потому что она работает в свойстве Гар или Хесед первого вида. Поэтому в букве Гей Авая има раскрывается. Еще раз перечитываем абзац. Потом сказано, явление обратилось в противоположность. Аба скрывает больше, чем Бина, потому что по природе Бины в Гар — это скрывать Хохма в силу свойства Хафец Хесед. Но совсем наоборот, в Бина Дезат. Ее природа именно раскрывать свет Хохма для Зон.
Это понятно, да? Нив. Что нет? Что нет? Ты меня сводишь с ума. Как это может быть непонятно? Объясни мне сейчас. Шореш. Ответь мне. Пхина алиф. Шореш. Пхина бет. Май пхина бет. Алиф бет. Что такое стадия бет? Как она называется? Бина. Бина. О, бина. Первая гей или бина? Матива. Ее свойства. Хасадим. Хасадим. Ло-ло. Май руца, ло руца. Что она хочет, чего не хочет? Отдавать. Ло руца лаш пья клум. Она ничего не хочет отдавать. С чего она начинается? Зе хохма. Это хохма, Кен? Да? Ют. Ют. Руца ли кабель. Желает получать. Кен? Верно? Ее желание исходит из шора. Бина, чего хочет? Шпе. Отдавать. Вся? Хелика Ильонша. Высшая часть. Ее верхняя часть. Прекрасно. Духа. Отталкивает. Пока что отталкивает свет хохма. А ее нижняя половина уже думает о том, как она может прийти к получению, чтобы продолжить отдачу. То есть в бине это гар и зад. Особенно в жав. Ну и что он тебе сейчас написал? Еще раз Гилад прочитай. И сказано, что явление обратилось в противоположность. Ава скрыт больше, чем бина. То есть, по природе бины гар. По природе бины. Ты понимаешь, природа. В чем природа бины? Это первая гей. В первой авая, верно? В четырех стадиях прямого света, что там есть? Скрывать хохма. Гарды хохма. Чего хочет? Не хочет получать хохму. Хочет скрыть хохму. Силу свойства хафец хесед. Верно, хафец хесед? Гарды бина. Ну скажи. Да. Ну, молодец. Дальше. Но в бина дезат наоборот. Ее природа именно раскрывает свечение хохма для зон. Кен? Да? Ахшавмуван. Сейчас понятно? Думаю, то есть ты Ктат. Не включаешь разум, да? Чуть-чуть. Если ха, зело рак лха. Это не только у тебя, есть у многих людей махсом. Какой-то барьер. Ше... Я рахок, не понимаю, это далеко, рахок, я не могу. Ты хофши, очисти кен, это, кен, будь свободным. Да, да, нет, нет, без страха, без напряжения. Ну, будет так будет, нет, так нет. Главное, чтобы это подействовало, верно? Освободись от напряжения, и ты увидишь, насколько вдруг ты раскроешь правила, которые ты учил и слышал тысячи раз. Он повторяет это, может быть, другими словами, другими названиями, но это то же самое. Я авая не менял. Хорошо? Ну, так немножко более свободней. Посвободней, поближе. Является школьным зон и природа его проявления. Облачиться в Гура, потому что работает в свойстве Гар. Хафец Хесед – это Хесед первого вида. Так он называет это Хесед первого вида. И поэтому буква Гей в имени Авая – имя в раскрытии. Хорошо? Нормально? Ну, что значит имя в раскрытии? Она начинает раскрывать хохму в себе, то есть как верхняя половина не хочет раскрывать хохму, в нижней своей половине она хочет раскрыть хохму, ну, кишсут, скажем. Посмотрим, как это называть. Хорошо. Дальше. И об этом сказано, после распространения дроя рехандра, Зрот – это руки, рука рехандра, или зад. Дрой – это зад. Дрой – это зад. Не думай там о руках, о чем-то. Просто зад – дебина. Дари Хампин, простите. Еще раз. Дальше. Распространение дрой рехампина раскрывается аба вейма. Комментарий. Меняются имена Хохма и Бина на Аба и Има, потому что Хохма выводит Бину вовне для исправления зон, а сама Хохма исправляется как Дхар и Нуква, мужская и женская части. И такое раскрытие касается главным образом Ишсут, который выходит вовне, что означает под Парсвари Хампина, для исправления зон в Мохиндейника. Нет в них хохмы.
Согласно Цимцум Бет, в Бине нет хохмы, но Аба в имя Выше не выходят вовне вообще, поэтому они называются своими изначальными именами хохма и бина. Потому что в них есть хохма и бина, поэтому говорят хохма и бина, но в зад бина, в том, что находится под парсой, там нет хохмы, и поэтому там изменяются их названия на... На Абу и Иму. Исраэль Сабатуна. Ну, Исраэль Сабатуна. Там есть. Абу и Илаим, Абу и Илатартаним, Высший Верхний, тоже называется. Такое раскрытие происходит только после восполнения Абу и Има Высший. Поэтому он говорит, после этого меняется на Абу и Има, то есть то, что исправляет Зон, а именно после исправления Иисуса. Но Аба в имя Выше, то есть Гарбины, не исправляют Зон, поскольку находятся, считаются третьей ступенью. Потому что это выше Высшего. Есть верхние Аба в имя, потом Иисус, потом Зон. Так вот эти высшие Аба в имя, они не относятся к Зон, а к более высшей ступени. И так написано, после распространения Дроа Рихантена, это Заббины. Тогда раскрывается Аба в Има. И пойми, потому что подробнее нельзя написать. Но мы еще пройдем это. Но ты знаешь, я тебе скажу еще больше. Нас, вернее, тебя специально хотят запутать. Чтобы ты не думал, что ты знаешь. Что пока ты не постигнешь, ты не сможешь назвать это ни именем, ни названием, ни словом. Постижение нужно. Правильно, Амиком? Да. Ну, хорошо. Если ты хочешь постичь, то очень хорошо. Вот. Еще. Где наш американец? Он все время там спросить хотел. Ну, убежал? Что ты хотел спросить? Уже забыл. Ну, да, ему, да, я не могу так, он все время. Можно вопрос о том, что было до? Ну, хорошо. Ну, майор, майор. Можно, ну, только побыстрее. I wanted to ask before that... about all of the businesses crashing and there being no work. Он хочет спросить о том, что сейчас нет работы и все разрушается. Но я давно говорил об этом, что работы не будет. Даже если не будут эти падать все эти бизнесы, предприятия, не будут банкроты. Допустим, даже если мы продвигаемся, сколько там Китай может производить, сколько мы должны покупать, но сколько, сколько? Есть этому конец? Наше желание уже не желает этого. То есть есть несколько причин тому, почему мы приходим к разбиению технических причин. Ну, так и что? In spirituality, it's a law that we have to work. Even if we don't have money, we have to have a job. В духовном мы должны работать, даже если у меня есть деньги, должен работать, не было работы. Мы должны работать для духовного. Следующий этап человечества, что оно будет работать в духовном. Вот и все. А материальные работы у нас будет без всякого труда. Все будем делать с помощью разума, принтеров и автоматики. Главная работа. Есть часть человечества, которая не способна ни на что. Они будут рады работать в обслуживании. Но большая часть должны работать во внутреннем усилии, в духовном. Это работа на следующем уровне человечества. И все. К этому мы подходим. Пока на этом следующем духовном уровне, когда мы начнем прилагать усилия и достигать включения между нами, мы вдруг обнаружим, что этот мир испаряется, исчезает как облако, и мы остаемся только в наших ощущениях, а не в этом иллюзорном мире, где эти
ощущения рисуют нам действительность. Это развитие, ничего не поделаешь. Но на сегодняшний день, если мы не можем найти работу материально, то мы не можем заниматься духовной работой. Кто тебе это сказал? Ну, организуй мир по-новому, правильно, и ты увидишь, что у тебя будет работа. Что ты будешь делать со всеми безработными? Что ты сделаешь со всеми людьми, которые сейчас потеряли работу? Есть уже исследования, когда говорят о страшном состоянии, что если человек находится без работы, и он сидит дома, разводы, большие конфликты дома, он теряет свой облик человеческий, становится что-то страшное. Человек, который не... прилагает никакого усилия, не организован. Это хуже животного. Потому что животные с утра до вечера. Ты видел фильмы про животных? Они ищут с утра до вечера, где добыть пищу, где там спариться, создать семью, найти место, чтобы перезимовать. Все время находятся в поиске, все время прилагают усилия. И даже если у них как бы есть свободное время, то у них есть игра. Игра это тоже не игра, это за счет этого они... устанавливают связи между собой, там, скажем, в стае, в какой-то группе. Все организовано, все выстроено. Ты видел когда-нибудь муравья, который просто так лежит на спине и ничего не делает? Стакан пива, курит и смотрит в футбол. Ты видел когда-нибудь такое? Ну? Все время человек, он единственный, который сейчас пришел в таком состоянии, когда он должен перейти к духовной работе, к массивной, к связи со всеми, организовать все человечество по-новому, и пока что он вот так дурака валяет, ничего не делает. Это страшное дело. Это падение. Оно сделает из него существо хуже животного и будет очень большая депрессия. Он потеряет все свои основы, начнет с ума сходить, потому что это достигнет помутнения рассудка, потому что он ни в чем не обязан. Никому не обязан. Он потеряет свои ощущения, ориентацию. Допустим, как ты не работаешь какой-то период, месяц, два, не делаешь тут работу, ты забываешь это. И он потеряет свои ощущения, не сможет связываться с другими людьми, находиться с ними в какой-то коммуникации, и начнет у него все это как бы оседать, опускаться. Так, и ты увидишь какое-то такое существо, эти, знаешь, как зомби такие, тени. Еще один вопрос, можно? После этого у тебя еще есть вопрос, ну, пожалуйста. Если они начнут работать с людьми, это то, что будет. И тогда это проблема, потому что, знаешь, демократия во всей Европе, в Америке, там, что они смогут выбрать, эти люди, которые будут в таком состоянии, какую партию, какое движение? Но они выйдут на улицы. Это что-то... Это заставит правительство... производить изменения, если не мы. Да. Какую работу должны проводить евреи там за границей, которые не изучают каббалу? Что они должны делать? Они должны приехать в Израиль? Или они должны
Должны ли они уехать в Израиль? Не дай Бог. Чтобы сюда приехали 6 миллионов американских евреев. И даже те израильтяне, которые находятся за границей. Это проблема. Ну, я смеюсь. В сущности, нет заповеди. Любой ценой вернуться в Израиль, нет. Заповедь для человека – это быть человеком. Человек называется подобный Творцу. Этого мы должны достичь. А где человек находится? Этот мир – это условие очень легкие. Это то, что нам кажется, вся эта реальность, весь этот мир, и земной шар, и все это место. Это все в тот момент, когда ты связываешься с Творцом. По правде говоря, на самом деле, почти практически не важно, где ты находишься. У тебя есть роль в любом месте. Конечно, как пишет Бальсалам, есть там Иерусалим и так далее. Но это ладно. Евреи по всему миру, они должны знать, в чем заключается их обязанность. Они должны вернуться к источнику, то есть к той методике, согласно которой они были связаны вместе. Согласно праотцам, они должны научиться тому, как объединяться в сеть связи между ними, в систему, которая называется взаимным поручительством. И только таким образом они и могут существовать и показать миру пример, стать светом для народа. Это наша обязанность здесь, и это обязанность всех. И каждого еврея. Кто такой еврей? Иудей. Тот, кто стремится к ехуду, к единству. Каждый человек в мире, у которого просыпается точка в сердце. Не нужно приезжать сюда, но в каждом месте, где находится человек, должен изучить методику исправления, то, в чем нуждается мир. Это не исправить мир, не исправлять мир, а исправлять себя должен каждый человек, чтобы быть в связи со всеми, быть как один союз, и мы должны изучить это и реализовать практически, и показать пример всему миру, как это делать, потому что мир, иначе сегодня уже и сам знает, что если не это, то его будущее очень мрачно выглядит. Да. В своем блоге вы говорите, что есть проблема с американскими евреями, которые не чувствуют связи с Израилем. Американские евреи, они как это называется? Прежде всего, они пренебрегают Израилем, они отвергают Израиль, они вообще не хотят, чтобы их признавали за евреев, они не хотят, чтобы признавали у них связь с Израилем, что они переживают, болеют за Израиль. Они хотят показать из себя больших американцев, чем сами американцы. Они хотят показать всему миру, что мы вообще ничего не хотим, кроме Америки. Не случайно сегодня производят шум с Поллардом. Как это может быть, что американские евреи до сих пор предан Израилю? Специально. Хотя есть с американцами договор и так далее, там и союзники. Как это может быть? Всем можно, евреям нельзя. И американские евреи, они
Они предают Израиль. Они не чувствуют, что это их источник, что они связаны с этим местом. Они хотят быть связаны только лишь с Америкой. Евреи, которые не американцы, буквально есть такие. У меня есть такие родственники. В Англии, в Америке, которые еще в 19 веке выехали из России в Англию, в Америку. Но это уже нечто иное. У них уже нет связи с Израилем. Но даже израильтяне, которые приезжают в Америку, они тоже не хотят ощущать связь с Израилем. Они слушают иногда новости на иврите, разговаривают между собой на иврите, но они не хотят быть связаны с Израилем. Для чего? Это только проблемы создают. Я их понимаю. Но я их не обвиняю. Также я не предъявляю им претензий, я лишь говорю, как каждый исследователь, который исследует какое-то явление природы, и говорит, что вот это явление, вот и все. Я не говорю, они хорошие или плохие. Поймите только мой подход. Я говорю, что это то, что происходит с человеком. Если бы я был среди них, то наверняка я был бы такой же, как они. Да. Но они не знают ничего об Израиле. Что сделать? Что делать? Если они ничего не знают об Израиле, надо сделать все, что-то, чтобы они узнали. Чтобы они узнали, прежде всего, почему они евреи. Дело не в Израиле. Дело не в государстве. Это государство. У него есть право на существование, потому что оно позволяет нам отсюда произвести исправление мира. Кроме того, у него нет права на существование. Если оно не будет здесь, как опора, как место, как основа для исправления, у него нет права на существование, оно перестанет существовать. Это наверняка. А если оно издавно, то мы же умерли. У нас есть возможность, как говорит Баля Сулам, мы должны это сделать. Без затащим нас. С Божьей помощью сделаем. Пока что есть, слава Богу, продвижение. Но у них они должны знать, для чего вообще живут. Я надеюсь, что этот кризис наконец-таки придет к ним, хотя они упакованы очень хорошо. С помощью разных проблем других, разнообразных. Я не желаю им страданий, желаю им разума. Но если нет, то придут страдания для того, чтобы научить их, что есть здесь некая проблема. И они не могут сидеть так, тихонечко. Нужно исследовать, откуда берутся эти страдания, почему. Как и мы. Что мы говорим? Мы хотим осветить время, ускорить время. Что это значит? Мы хотим побежать вперед, прежде чем палка нас настигнет сзади. Путем Ахишена, ускорения времени, а не Бито, не в рамках времени. Но что в Ахишена мы должны сделать? Мы должны искать страдания, искать желания, искать хисарон, потребности, как старик, который ходит с Акбен и ищет. Мы должны искать желание впереди. Чего не хватает мне для того, чтобы продвинуться? Не хватает, это уже проблема. Но мне не важно. Мне нужно величие цели вместе с этим, чтобы не убежать. И величие цели и потребность хисарон должны идти вместе. Это то, что мне нужно. И тогда должен заботиться о том, чтобы я получал это от окружения. Если нет, то придут страдания сзади. То же самое и у них, они должны понять, что если они не обнаружат, не раскроют цель и величие цели, и потребность в ней, то удары придут. Насколько они там устроены, хорошо, соответственно, этому и придут удары. И эти удары могут прибыть очень неприятным образом. Как раз таки. Немецкие евреи были не менее устроены, чем нынешние евреи в Америке.
Вы говорите, что они не должны бывать в Израиле. Я не говорю, что должны или не должны. Я говорю, дело не в том, чтобы приехать в Израиль, а дело в том, чтобы создать у себя интегральное воспитание, которое поможет им узнать, что значит быть интегральным, что значит быть связанными, что значит находиться во взаимопоручительстве, что для чего они предназначены дать исправление миру, и тогда мир не повернется к ним плохим, плохой стороной потребовать от них исправления, а заранее поймут, что от них исходит хорошая сила. А пока что сейчас, как мы и говорили о пироге и изюм в пироге, пока что мы находимся в этом во всем тесте, мы излучаем из себя нехватку миру, а не избыток. Мы как будто бы являемся черными местами, точками в мире. Из нас должен исходить свет, а не исходит света, а исходит тьма. Поэтому все народы мира говорят, что ты, я, все мы несем миру зло, несем миру проблемы. Антисемиты, они чувствуют это внутри, и то, что чувствуют, они чувствуют правильно. Это истина. И об этом написано в науке Каббала. И это потому, что ты не несешь миру свет вместо тьмы. Только ты можешь дать миру либо то, либо это. И представь себе люди, которые зависят от тебя. Они чувствуют, что они зависят от тебя. С каким усилием они должны удерживать себя, чтобы не прийти к тебе с требованием? Попробуй. Войди в их шкуру, если я знаю, что есть кто-то, кто не дает мне жизни. Какое у меня есть ощущение к нему? Какое отношение? Я должен еще строить хорошую мину такую, быть вежливым, радушным, сколько можно, пока не возникают проблемы и страдания. Тогда понятно мне и еще таким людям, что же делать? Я убью их. И есть для этого все доказательства, и внутренние ощущения, и сила природы дана. Дано право тогда палачу делать свое дело. И кто виноват? Ты не несешь миру исправления в том состоянии, в котором ты должен это сделать. Всегда у тебя есть бито ахишену в рамках времени и ускорение времени. Так что ты хочешь? Ты думаешь, во времена храма не было той же проблемы? Та проблема существует все время. Та же самая. Что кричал Мордехай, который сидел у царских ворот? Нужно объединяться. Что сказал Аман? Они, слава Богу, разделены, рассеяны. Если находится рассеянный среди всех народов этот народ, и можно его уничтожить, истребить. Поэтому не нужно приезжать в Израиль, чтобы объединиться. Нужно понять, что мы должны быть объединены внутри, во взаимной любви, во взаимном соединении. Это только через воспитание можно сделать. И также дать эту методику, этот пример всему миру. Это называется быть светом для народа. Начни это делать, ты увидишь, насколько изменится отношение к тебе ото всех. Что та группа, которая получила от Авраама свыше методику, наконец-таки начинает реализовывать ее. И последний вопрос. Все евреи в мире не учат Каббалу. Только мы. Не нужно для этого изучать Каббалу. Не нужно даже знать, что это исходит от Каббалы. Каббала – это методика, которая говорит об устройстве мироздания, о строении мироздания. И как мир прошел кризис, разбиение, как после кризиса этого он должен исправиться. Теперь разбиение, которое раскрывается, оно раскрывается и в тех, в которых есть точка в сердце, и у тех, у кого нет точки в сердце. И
Это мы называем всеобщим кризисом. Это раскрытие разбиения, разбиение килим. Всего лишь на себя. И поэтому нам стоит поторопиться с исправлением. Но? Ну? И что сделать для них сейчас можно? Воспитание. Воспитание, нечего больше делать. Воспитание. То есть засунуть ее во все дыры, при всех возможностях, по всем каналам. Как только возможно. Не только евреям, всем. Но главным образом это через евреев. Дать им методику исправления. И без всякой кабалы, без души, без всего прочего. А как быть объединенными, что через это мы реализуем природу, раскрывается новая ступень природы. Эта ступень говорит о том, что мы все должны быть интегральными, глобальными, во взаимном объединении, все связаны друг с другом, и человечество, вообще весь мир, он круглый, и мы должны таким образом быть организованы, и насколько мы приблизимся к этому, мы преуспеем во всем. И научить их, объяснить им это, через учебу, организовать их в семинары, в разные там мероприятия, чтобы почувствовали, что это так. Спасибо большое. И вложить в это ввести в это всех безработных. Всех безработных. Это новая работа человечества. С утра до ночи. Буквально находиться в таком университете. Человек должен учиться с экзаменами, с ответственностью, как в школе, только еще больше. Еще больше. Есть полно работы, и для каждого ты еще не знаешь, что раскрывается в каждом состоянии. Какие изменения в медиа, связи между ними, и как можно организовать и себя, и всех. Полно работы для каждого. Да, давай мне 7 миллиардов, ты увидишь, насколько будет работа у всех. Буквально. И все. И это и работа, и это занятость наша. На следующей ступени, на следующем уровне, кроме необходимого, которое постепенно исчезнет полностью. Даже эти роботы, даже эти принтеры новые, которые будут распечатывать тебе все, что хочешь. Вот эти трехмерные. Ты увидишь, что даже это тебе не понадобится. Будут такие вещи, человеку ни в чем не нужно работать. Это, соответственно, тому, как мы будем продвигаться и ходить духовно, человеку не надо ничего делать вообще. Он все будет получать буквально готовым. Пока вообще вот этот материальный мир начнет все меньше и меньше ощущаться. Ну, хорошо. Мы продолжаем, да? Предисловие книги Зор. Переходим к следующей части урока. И споем вместе песню. Не нужно. Предисловие книги Зор. Итак, мы читаем труды Бальсулама. 21 пункт, страница 437 трудов Бальсулама. И не верь философам, утверждающим, что суть души – это материал разума, и жизненная сила ее исходит только из познаний, что от этого она растет и этим оживляется. А ее бессмертие после смерти тела полностью зависит от меры приобретенных знаний настолько, что без них нет у нее основы, на которой покоится бессмертие. Все это вовсе не мнение Торы, да и сердце не согласно с этим, и любой, кто хоть раз пытался приобрести хоть какой-либо разум, знает и чувствует, что ум — это приобретение, а не суть приобретающего. И как сказано, весь материал нового творения, как духовных, так и материальных объектов, представляет собой не более не менее, как желание получать.
И несмотря на то, что, как сказано, душа представляет собой желание отдавать, это лишь следствие ее исправления облачением в отраженный свет, в отражаемый свет, получаемый ею от высших миров, из которых она нисходит к нам, но суть душ, суть души — это лишь желание получать, и пойми это. Итак, желание получать, которое начинает исправляться хасадим, называется нефеш, нешама, душа. Согласно кли. А согласно свету, это наранхай, который наполняет ее. Еще раз. Еще раз 21-й пункт. И не верь философам, утверждающим, что суть души — это материал разума, и жизненная сила ее исходит только из познания. Нет никакой связи с разумом. Это лишь чувство, желание, которое обработано особым образом. Что от этого она растет и этим оживляется, а ее бессмертие после смерти тела полностью зависит от меры приобретенных знаний, настолько, что без них нет у нее основы, на которой покоится бессмертие. Так думают умники, философы. Что насколько, чем больше есть понимания, тем более человек развит. Все это не мнение Тора. Да и сердце не согласно с этим. И любой, кто хоть раз пытался приобрести хоть какой-либо разум, знает и чувствует, что ум — это приобретение, а не суть приобретающего. Поэтому каббалисты и хотели обработать разум, принизить разум, потерять разум, чтобы каждый день был как новым, чтобы была потребность не через разум подвести себя к каким-то результатам, а через исправление чувств. И как сказано, весь материал нового творения, как духовных, так и материальных объектов, представляет собой не более, не менее, как желание получать. И несмотря на то, что, как сказано, душа представляет собой желание отдавать, это лишь следствие ее исправления облачением в отражаемый свет, получаемый ей от высших миров, из которых она исходит к нам. Но суть души — это лишь желание получать. וכול אבחן אני תן לנו לאבחן. האם ניתן יהיה אי פעם להוכיח את העניין הזה דנו לי будет когда-либо доказать это, что весь материал творения это желание получать. מה זה נקרא להוכיח? Что такое доказать? לא יודע ב... Я не знаю, как задать этот вопрос. Пойди к физикам и спроси у них. Они тебе скажут другими словами. Скажут тебе, что есть несколько основ, второй закон термодинамики и так далее. Есть константы, постоянные величины, как они называются на иврите. Есть постоянные величины в природе и так далее. О чем это говорит? Если ты углубишься еще дальше, глубже, они тебе скажут о массе. Затем они будут говорить с тобой об энергии, когда масса уже исчезает, она превращается в энергию. Но энергия, кроме энергии, что еще? Сила. Сила чего? Нет, понимаешь?
хотят найти микрочастицу, которая не то, не другое, ищут основы. Но через науку ты можешь как-то провести параллель к тому, что это желание получать, желание наслаждаться, желание удерживать себя, быть, существовать на разных уровнях. И живой растительный животный человек. Даже микрочастица первая, если ты говоришь о чем-то самом элементарном, ты говоришь о его природе. Это он. Кто такой он? Тот, кто хочет удерживать себя в таком, таким, как он есть, как он существует. И это называется желание получать. Желание существовать. А иначе не существовало. Даже не важно, сколько времени, мы даже не можем говорить о времени здесь. Поэтому мы говорим, что желание предваряет собой все. Желание существовать. У нас это называется желание получать. А помимо этого, это разная форма, которую он принимает. Наука Каббала говорит о желании получать, и нигде, ни в другом месте ты не можешь, не находишь этого. Верно. Верно. Но не желание получать, это не просто эгоистическое желание, как у нас в этом мире. То, что ты видишь в других науках, они говорят о том, что ты находишь в этом мире. Это человек, который по своей природе, как мы видим, людей на поверхности Земли, на Земле, то, что они раскрывают. И это уже желание неисправленное, испорченное. Наука Каббала говорит о первородном желании. Это желание как сила, на котором еще нет никаких облачений. Его можно исследовать или нельзя? Кроме того, чтобы изучать Каббалу. А каким же образом? Какие есть еще... Если какой-то сок, то ты можешь полить желание и получить от него какие-то реакции. Как в ускорителе микрочастиц, квантовой физики. Нет такого. Лишь внутри человека, когда ты сам можешь стать тем местом, куда поступает свет и ударяет в это место, ударяет желание, и на точке контакта с ударением света и желания исходят разные микрочастицы. И тогда ты можешь увидеть, что это снижающийся отраженный свет, который спускается на более низкий уровень. И таким образом тебе пробуждаются новые решимоты. Если ты не помнишь, это то, что мы делаем внутри себя. Когда мы начинаем, допустим, здесь масах, это табур, и масах от табура начинает подниматься. Когда он поднимается на следующий уровень, здесь происходит зивук дака, ударное соударение, а здесь пэ парцуфа. Здесь происходит ударный зивук дака, и тогда свет спускается с уровня на уровень, возникает дифференциал энергии, и когда он возвращается в прошлое состояние и выбрасывает из прошлого состояния тагин на утиот, на буквы, и посредством дифференциала энергии возникают дифференциал в частотах, в свойствах. И тогда на основе этого ты начинаешь видеть, что это так, а это наоборот, а это немножко меньше, это немножко больше. Тогда ты начинаешь, из этого ты начинаешь составлять картину. Смотри, что у меня есть. Это не то, а то не это. Как ребенок пробует это в рот, и начинает осознавать мир. Потому что кроме одного ощущения у него пока еще нет ничего другого. Это уже наверняка. Чувство вкуса позволяет ему ощутить природу. Так и у нас. Вкус и таамим — это первые света, которые проявляются в желании.
азор хозера юрет, танта, спускающийся отраженный свет, танта. Здесь мы начинаем осознавать то, что происходит. Это происходит у нас. А хомер шела, а материал, как он называется? Кавенет, ло кавенет, мишень. Прицел, не прицел, мишень. А? Хомера матара? Цель? Ну, беседер, ну, леан шани... То, куда я... Роцели кло, кен? Хочу попасть. Матара, беседер. Цель называется, аз, матара, цель. А хомер шела, зе они? И ее материал, это я, мое желание получать. Зе хомер, зе матар. Это материал, это состояние. Из третьего, из четвертого, в третье состояние, я второе. Смотри, что они делают. Они это делают в материале, а мы в желании. Это внутренняя суть желания. Материи. Поэтому с ними еще можно говорить о чем-то. И они, в конце концов, из всех ученых, из всех наук, они будут ближе всего к Каббале. И сейчас уже, во многих случаях, они, если ты не говоришь с ними о Боге и о чем-то таком, о более конкретном, общее поле, общая сила, нет проблем. Там, дальше. По поводу того, что спросил Арон, и то, что написано в начале 21 пункта, есть люди, которые уже организуются в разные группы, такие коллективы, для разных целей, тех или иных. Как мы можем вообще прийти к ним и сказать, послушайте, давайте от нас, как объединяться? Этого я не знаю. Ты меня спрашиваешь? Я в этом не специалист. Как вступать в контакты с какими-то организованными группами, организованными на основе какой-то философии или методики, убедить их в том, что то, что у них это плохо, то, что у меня это хорошо и больше подобает им. Я не думаю, что это правильный подход. Но искать таких, которые близки к этому и желают более-менее достичь ту же самую цель, ты можешь постепенно, взаимодействие с ними, как-то их организовать, потому что внутри они все находятся в возбуждении, но при условии, что они очень-очень близки по пути или по цели. Если нет, то я бы вообще не вступал с ними в контакт. Так мы и делаем на самом деле. Мы стараемся. Либо те, которые занимаются воспитанием, либо проявляют похожее отношение к народу. Те, кто, которые уже связаны, соединены в какой-то мотив. Просто соединены, ну, мафия, пойди к ним, поговори с ними. Нет людей более организованных и связанных, чем мафия, банда. Там есть, рядом с Африкой, как это называется? Сомалийские пираты. Я уверен, что между ними есть такая связь, что каждый готов умереть за других. Да. И можно к ним подойти через разум, может быть, обратиться. Не разум, не чувство, у них цель совершенно другая. Что ты хочешь? Ты слышал, что я сказал? Те, которые или с нами на одном пути, или имеют похожую цель. По крайней мере, чисто по словам, не внутри, не в содержании внутреннем, а другие, почему вдруг пойди в организацию ВИЦА, которая хочет объединить всех женщин, или к этим голубым. Ты думаешь, что Хамас не организован, не связаны, объединены? В чем проблема? Просто объединение, эгоистическое объединение. Что ты думаешь? Ты сможешь с ними о чем-то говорить? Любая организация, любая ассоциация – это объединение, эгоисты объединяются, хотят выгоду. Подумай хорошо. Глизерин, да. Есть такой очень естественный подход, что желание есть – это материальное, желание знать – это духовное. Много философов, ученых в этом. И Баля Сулам пишет о том, что это совершенно неприемлемо для сердца.
Кесов, кавот, мускалот. Деньги, почести, знания. Рационот, это эгоистическое желание людей. Мускалот, гамкин. Знания то же самое, это понятно. Маданим, мада. Ученая наука. За эго ахидадоль. Это самый большой эгоизм, знать. Лама. Почему? Потому что наше желание познать Бога нашего, царя нашего, это грех вавилонян. Почему хотели построить башню для небес, вавилонскую башню, хотели познать его, его ухватить? Знание – это самый большой эгоизм, потому что он, как объясняет Бальсалам, не ограничен временем. Я завидую Архимеду. Почему я не залез в ванную, не побежал голым и не кричал «Эврика»? Почему это был не я, почему он? Эйнштейн, конечно же. Не хватает его трубки, которую он курил, или таких шевелюры, или еще чего-то. Скажи, что еще? То есть, помимо времени, помимо вне времени, вне места, я завидую всем. И почести тоже, более или менее, но не так, как знания. Потому что почесть — это страх, страх — это власть, это может быть, да, может быть, нет. А знание — это нечто... Я не боюсь никого. Все как будто уважают меня. Все преклоняются, потому что у меня есть нечто высшее. Нечто такое... что развивает всех людей. Все наше развитие нас из животных происходит как? Через разум. Я достиг такого пика развития. Нет, я не стал таким здоровяком, мачо. Скоро я состарюсь. И не потому, что меня боюсь. Придет кто-то другой, может быть. А сознанием? Ты за них не можешь украсть. Ты не можешь делать с ним ничего. Это очень близко к вечности. Потому что вне времени, вне жизни и смерти. А я Адам, Эйн Адам. Был человек, не человека, но то, что он приобрел, это осталось в воздухе. Поэтому это самое высокое. И это уже на границе с духовным. Поэтому вера выше знания, следующий уровень. Это уже вера, это знание, но более высшего рода. Это не просто так, что я выключаю разум. Нет, я его не сокращаю. Наоборот, чем больше он развивается, так начинается зависть, почесть и страсти. Мне помогают. Знание, чем больше я знаю, помогает мне. Я учусь, ты видишь, что он объясняет нам, каббалист, как мир устроен, что такое философия, что такое религия, что такое философия, все эти вещи. А что каббалисты? Во все поколения они сидели в библиотеках и штудировали книги. Они учали философию, суфизм, буддизм и что только нет. Они учили очень много вещей. Бальсалам сам учил физику, и у меня есть его тетради, он рисовал там волны, это называется так, это так. Он не учил это в детстве? Парень учился в ешиве. Мы должны понять, что это продолжение той же самой природы. Осознание, понимание, углубление. И как они говорят, что наука Каббала включает в себя все науки. Да. В этом заключается мой вопрос. Ведь у них нет точки в сердце, у них нет что-то сверх этого. То самое высшее желание, они называют это естественно духовным. Они говорят, что это наше духовное, это естественно. Конечно, естественно. Я никого ничего не обвиняю, мы говорим как ученые. Если я говорю о том, что... Форма его мышления ограничена. Я, Боже упаси, не хочу сказать ничего о нем, что он ограничен.
Могу сказать об Эйнштейне, что он ограничен или еще о ком-то. Это уровень развития. Я исследую природу. Поэтому я здесь не говорю с позиции плохо-хорошо. Я это говорю с позиции постижения, достижения цели, исправления. Да, Бенце. Бааль Сулам говорит о том, что все духовные материи, это желание получать, потому что желание получать не исчезает, это материал творения, это то, что Творец создал как сущее из ничего, и оно существует. Без желания получить нет ничего, а все явления, которые вообще имеют место, происходят именно в желании. То есть это форма желания. Я хочу правильно перевести то, чем мы занимаемся. Что такое группа в понятии желания? Части желания, объединенные между собой в прямом сочетании, подобающие более-менее воздействию свыше. Воздействие свыше, то уже выходит за пределы желания. Почему? Откуда ты знаешь? Откуда ты получаешь воздействие свыше, если не в желании? Внутри желания есть форма идеальная и форма обратная от нее. И между двумя этими формами желания, которые называются мир бесконечности и нижний разбитый мир, между двумя этими формами и вся реальность, о которой мы говорим, пять миров. Ну, быстренько. Ну, еще раз, как я могу использовать только желание, не добавлять разные термины, кроме желания? Мы так и говорим. И цвета, о которых мы говорим, это формы желания. Форма, свет – это форма желания. Кроме желания мы не можем говорить ни о чем. В нашей внутренней работе мы должны пробудить то место, которое называется желание. Только лишь. Моти, Моти, пожалуйста. Я хотел бы кое-что сказать, мы говорим о разных бандах, мафиях и так далее, интегральности. И что такое отраженный свет? В интегральном воспитании будет такой термин «отраженный свет» между людьми в человечестве. Нет. В нашем представлении нет. Они начнут объединяться между собой в разных видах взаимопомощи, в состоянии, когда смогут обеспечить себе только вещи, необходимые для существования на материальном уровне. А все остальное – это лишь учеба, занятия и мероприятия по объединению. И всего этого они почувствуют, что в объединении между ними рождается нечто, что называется, назови это отраженный свет, назови это особое свечение, назови это особая теплота, но они начнут чувствовать, что там есть высшая сила. Откуда? Потому что они получат это воспитание от учителей, которые связаны, в свою очередь, между собой и с высшим источником, и через них они получат. Они не смогут сами сейчас. Сейчас разглашается какое-то государство, и там начинается воспитание, чтобы построить социализм. Если не через науку Кабала, если не через это, не через исправление, они сделают социализм. Будет диктатура. Либо социализм, который был у Сталина, либо тот, который был у Гитлера, у Муссолини, неважно у кого. Чавес хотел сделать то же самое. Есть в избытке. Так они и сделают. Это будет прямой путь к войне. Но где-то в итоге приведет исправление, о котором пишет Бааль Сулам. Если мы это сделаем, то да. Если мы это сделаем, то да. Если нет, то наверняка они будут ошибаться. Это должно быть как пирамида. Просто так люди, которые объединяются, мы уже видели, что это еще хуже.
Начнутся конфликты, начнутся партии, фракции. Мало. Кен. Я думаю, что вчера вы говорили о том, что мы должны использовать больше состояния мира в нашем продвижении, осознавать, что происходит в мире. Если бы мир не был в таком состоянии, то бы мы не получили продвижения. Как практически это сделать? Как упражнение? О чем я должен думать? О состоянии мира? И как использовать это для большего напряжения, для большего давления? Чисто практически. Забота. Что это значит? Забота. Если забота, может быть, начнешь что делать. Мы должны присоединиться к действиям по распространению, которые у нас есть, насколько можно, здесь и за границей. Тот, кто чувствует, что у него есть немножко свободного времени, и он еще не участвует в этой работе, он обязан участвовать, присоединиться, участвовать. Я обращаюсь и ко всем нашим людям, близким, далеким, которые находятся в Израиле и за границей. Пожалуйста, присоединяйтесь, учитесь быть учителями и воспитателями мира. Приходите в группу в Миро, к Мировичу, учитесь работать с аудиторией. Мы должны обязаны расширять работу, насколько возможно. Тот, кто способен, работайте в английском отделе, это нам очень важно. К Асафу. Там есть уже задатки очень больших возможностей. У нас недостаточно сил. И так далее, и так далее. Ну, ты последний, быстренько. Мы много говорим о вхождении в Ибур в этот период. Как мы используем возможность Европейского конгресса, чтобы увеличить наши усилия и войти в Ибур? Я очень надеюсь, что именно Европейский конгресс, поскольку он такой проблемный, в болезненном месте, там, где который не хочет, а должно больше, чем другие. Там больше, чем они, больше, чем другие нуждаются в объединении, и больше, чем другие не хотят его. И мы должны понять, что это и есть самое низкое место разбиения сегодня в мире, и поэтому там раскрывается кризис наиболее острых формах. Поэтому мы должны объединиться там, потому что из этого места, и дальше, если мы начнем, мы добьемся успеха. Поэтому все внимание всего мира должно быть туда направлено. Ну, и на этом мы переходим к объявлениям. В четверг Академия Каббалы приглашает всех на бесплатный ознакомительный урок на курс «Основанных Каббала». Урок пройдет сегодня в 6.30 в нашем центре в Нарии, улица Лохамей Агитаот 3. Телефон 1-700-509-209. На этом мы закончим. Всего доброго. До встречи. שיקיצה ונתן אליו שנודרו
שהוא אחר יש תפילה של דמעות שפותחות שערי שמיים וקושרות הקצוות עוד מעט נלמד לחיות נעלה נעלה ביחד נעלה ניפול ונקום עד לקו הסיום נעלה ביחד נעלה Volver.